официально начинаем. Здравия, друзья, намасте. Тема нашего мастер-класса, напоминаю, это мужская мужественность и женская женственность. Или почему в семье проблемы, почему нет защиты, почему нет обеспечения, почему нет любви и почему нет радости в отношениях таковых. И я бы хотел, друзья, понять изначально, почему вы пришли. Скажите, пожалуйста, что вас заинтересовало в этой теме? Ну, это моя тема. Что именно ваше? Что вызвало? Женская женственность, как вы лучше сказали. Женская мужественность. Женская мужественность. Да, вот это вот. Женская мужественность. То есть вы считаете, что это вот то, что сегодня мешает вам получать удовольствие от жизни в семье в отношении как женщина? Правильно понимаю? Да. Здорово. А что у вас? Мужская мужественность вызвала резонанс. Женская женственность, потому что сейчас постоянных отношений нет. Были отношения, были семьи. Сейчас этого нет. Подвиньтесь поближе чуть-чуть. Мы так далеко тогда, чтобы у нас была такая плотная атмосфера, чтобы была энергетика. Мы обменяемся здесь энергией. Самым, да, вот другое дело. От дистанции. Идет поиск постоянной инвентаризации того, что было, того опыта, который был получен до сегодняшнего дня, и формирование вот этой новой парадигмы сейчас по отношению к мужской мужественности, женской женственности и тому, как это вообще может быть в моей жизни. Скажите, пожалуйста, вы были в отношениях? Да. Были в отношениях. Как долго? Наверное, с 97 года. Вы сейчас в отношениях, да? Нет, сейчас. А как долго длились ваши отношения с меня? Одни 10 лет, другие меньше. 10 лет. Ну, то есть это было... Окей, 10 лет. Шикарно. В каком возрасте это вы начали 10 лет? Ну, это студенчество. Окей. Там третий год студенчества. Поскольку мы говорим о мужской мужественности, что именно, скажите, пожалуйста, вот вам не хватает для того, чтобы этот вопрос закрыть? И почему именно этот вопрос вас интересует? Как, чтобы я понимал, какой акцент вашего внимания. Пока подумайте. Скажите, пожалуйста, вы. Да, вот у вас интересно. Вы у нас... Вы к нам? Да. Что-то задать хотите? Вопрос? Вы так... Или хотите с нами побыть? С вами побыть. До конца? Нельзя? До конца, если, конечно, можно. Как раз у нас получается... До конца? Да. А у вас до скольки? Пока будет энергия, пока будет поток. Но вам только если в том случае, если вам интересно. Если вы активно. Здесь я читать лекции не буду. Я буду задавать вопросы, вы будете активно думать. И мы будем активно общаться. Я еще не сказал, да. Друзья, если вы думаете, что я точно с вами все буду рассказывать, и будете слушать лекции, нет. Мы здесь для процесса общения. То есть я хочу, смотрите, что хочу вас сразу предупредить, что я ничего нового вам не скажу с того, что вы знаете. Да? Я могу только поделиться своим опытом, который прошел я. Те знания, которыми я владею. Но самое важное, этот опыт мой, он вам пригодится только в том случае, если вы будете активировать свои опыты, свои вопросы, свои, искать свои ответы. Самый лучший ответ находится у вас. Понимаете? Да. Как бы я вам не сказал, я могу идеально вам схему рассказать, как нужно строить отношения, но ни одна из моих схем не подойдет вам. Потому что у вас у каждого свои особенности. Задача наша какая? Мы сейчас будем общаться, мы сейчас будем задавать себе вопросы, активировать процессы. Почему мне не хватает мужественности? Почему моя жена недостаточно женственная? Почему мужчина недостаточно мужественный? Что я делаю? Почему я делаю? И как мне нужно себя вести для того, чтобы у меня было то, что я хочу? Да? Чтобы у меня была защита, чтобы у меня было удовольствие, у меня было обеспечение, у меня было сердечное отношение, у нас была коммуникация, у нас были общие познания себя, окружающего мира, и у нас была духовность. На всех семи чакрах. Лица? Вот это такая штука. Поэтому, если я задаю кому-то вопрос, вот из вас кому-то задаю вопрос, поскольку у нас групповая работа, очень важно, мы такой эгрегор создаем. Мы сейчас с вами, у нас есть свой эгрегор, да? Вот на тонком плане мы думаем какие-то мысли, и поскольку мы объединенное пространство, у нас идет обмен на тонком плане. Я задаю вам вопрос.
все начинают думать. И к вам приходят мысли те, которые они тоже думают. Знаете? Вот так эта штука работает. И мы работаем в потоке. Поэтому одна и та же тема, каждый раз новая группа, новые ответы. Окей? Годится? Все. Поэтому все включаемся. И смотрите, что мы в конце сделаем. В конце, вот сколько здесь несколько человек, настолько ваше знание увеличится. Если бы я только один, что вам рассказывал, чисто вот, ну, свой опыт. Ну, один человек прибавил вам знания. А так каждый из вас добавит к общему копилку. Поэтому что будем делать? Мы в конце должны обменяться тем, что мы поняли из этого процесса. Как мужчине быть более мужественным, женщине быть более женственной и как сделать счастливые отношения. То есть вы слушаете здесь, сейчас, что мы будем говорить с позиции учителя. Какая-то? То есть, кстати, что вот вам вот надо малышке рассказать на ее языке, чтобы она поняла. И вам нужно так вот от меня слушать, чтобы вы, переварив, могли ответить на ее вопросы, которые ее интересовать будут. Вы даже знать заранее. Если вы будете внимать это, так подходить, тогда вы поймете. Сможете ее научить, значит, вы поймете это. Видите? Ну, ответ это у нас в середине. Да. Поэтому и вот так, надо достать. Вот мы сейчас и будем этим заниматься. Мы будем активировать вашу думалку, ваше мышление для того, чтобы найти свои ответы. Годится, ребят? Да. Okay? Супер. Скажите, пожалуйста, вы пока думаете, да, каждый думайте, пожалуйста, какие у вас были, что привело вас сюда, для чего, да? И что вам сегодня мешает вот, получать радость жизни полноценно? Скажите, пожалуйста, да, что? Вы сказали, что у вас мужская, мне женственность, хватает, да? У меня, да, у меня скажите, фиг, что фиг, конкретно, фиг. Чтобы мы понимали, на чем концентрироваться. Я агрессивна, вот, достаточно жестка, ну, жесткая такая. Ну, как бы у меня не хватает вот именно вот этой женской мягкости, гибкости, вот тоже у меня как-то нет. Я не могу прогнуться. Прогнуться, унизиться, типа, да? Да. Я считаю, что это для меня унижение. Хорошо, я вас понял. Значит, у вас не хватает... У вас это единственное отношение? Нет. Были еще отношения? Сколько было отношений? Два. Два отношения. Как долго они длились? Нет, 1-4, 1-6 лет. Ага, 4-6. Первые 4. В каком возрасте 4 года началось? 25. Угу. Хороший возраст. Здорово. А причина, по которой разошлись? Измена. Со стороны мужа? Да. Все внимательно слушаем и себе намотаем, да? Так, если я мужчина, думаю, причина, почему мужчина изменяет. Женщина, я слушаю, почему мужики изменяют. Так, хорошо. Есть. Как ваши родители? Отношения? Живут. Нет, какие у них отношения? Один, какие у них отношения? Какие отношения? Я вам скажу. У меня папа достаточно жесток, а мама очень гибкая. Она так прогнулась под отца, что в детстве, видя поведение папы к маме, я уже смоделировала, что я не хочу таких отношений. Вот. Не хочу каких отношений? Вот таких, как, ну, как вам сказать, агрессивных со стороны мужа. Ага, и поэтому вы решили... Быть агрессором самой. А, да, лучше защита нападения. Окей, супер. А как вы можете характеризовать маму? А, она... Она мягкая, податливая. Папа ее задавил, да? Да. У вас есть еще младшие братья и сестры? Два брата. Старший, младший? С одним мы двойняшки, а один старший. Как у них семейные отношения? Семейные отношения, вот, которые двойняшка, у них очень хорошие, как бы, отношения. Они, у них, вот, для меня это идеал, их отношения, потому что они... Это родные так, ваши, да? Да, да. Родные. Они так гармонируют между собой, вот, он с женой. Хотя там тоже были энные проблемы. Как вы думаете, что сделало их жизнь счастливой? Любовь. Какая? Взаимная. Что не хватало вам? Вот в одной семье выросли, да? Вот ваш брат, младший ваш, да? Мы двойняшки. Вы двойняшки? Да, одного возраста. Эй,
look at this, да, казалось бы, да, гороскоп говорим, да, вот потом верь против света в гороскопе, да, да, вот такие вот, которые по дате рождения, даже по времени рождения, да, как говорится, уникальная судьба, каждая судьба, душа имеет свое предназначение, да, свои задачи, то есть четко попадает в разные тела, и совершенно разный спектакль проигрываем, да. Итак, у вашего двойника, брата, прекрасные семейные отношения, а у вас... играет по мужскому типу. Да. Как долго он живет в отношениях? Ой, больше 10 лет. Ух ты, вуаля, супер. Вот это действительно хороший пример. Прекрасно. И вот видите, что помогло ему, вы считаете, стать счастливым? Любовь. Любовь. Какая любовь? Взаимная. Проговорите ее, пожалуйста. Взаимная? Ну вот у них в семье как бы он любит и его любят. Так, а как вы думаете, что... Уважение самое главное. У них уважение. А что, что он такого делает, что вот у него... Что его жена такая делает? И что он такого делает, что вот есть такая любовь? Что она делает? Mm-hmm. Слышит его, уважает его. Ну вот, вот у них как бы... Вот, сам, вот именно уважение. Они... знает, когда промолчать, когда она сказать. Знает, когда промолчать, да? И он тоже. А давайте сейчас про нее посмотрим, про девочку, да? Потому что мужчина все-таки это другая энергия, а вам она не очень-то, в общем-то, нужна в этом случае. А что такого, расскажите вот про отношения, вы же хорошо знаете отношения, правильно? Да. Что такого делает ваша, как ее там, родня? Невестка. Да, невестка, да. Что вот ваш брат... Родная кровинка, казалось бы, все должно быть одинаково, да, вот он счастлив. Что она делает? Ну, она немножечко, как бы, работает в вашей сфере. Она психолог. Он не психолог, а... Сейчас, мы все. Психотерапевт. Ну, в общем, хорошо. Это, да. Вот, и она как-то, ну, как бы, у них были проблемы. И она пошла там на курсы, вот она занималась. У них были проблемы? Были, да, он тоже когда эти проблемы изменил. Когда эти проблемы проявились? Когда он не изменил. Сколько лет это прошло после? 10. Через 10 лет изменил? Ну, в смысле, нет. Они были в отношениях, по-моему, 3 года. Ага. Вот. Потом... Через 3 года он ей изменил? Да. И что было до вот этого момента, пока он, когда он изменил? Какие были у них отношения? Они просто жили на расстоянии. Он жил в одном городе, а она жила в другом городе. Вот, и они там встречались. Все время на расстоянии жили? Ну, у него работа такая. Хорошо. А вот эти первые 3 года, вы можете сказать, что у него отношения тоже были не очень хорошие? Вы знаете, как-то не было у нас вот такого разговора. Ощущения. Да. Хорошо. Поэтому не скажу. Я сейчас вас оставлю с мыслью, чтобы вы подумали. А вот что, вы видели, была плохая картина, да? Что эта женщина сделала, ваша невестка? Вот в этом? Что она сделала? Что она такого сделала? Давайте так, первое. Что такого плохого она делала, что отношения не были хорошими? И потом, что она сделала хорошего? Насчет того, что было плохое, я не знаю. Не могу. Что она сделала хорошего? Что она сделала? Она услышала его. Услышала. А что значит, что я услышала, что она начала, когда начала проявляться? Ну, подождите, когда произошла измена, она ушла. Но он ее добился, он как бы добивался. Вообще важный такой момент, это девочки слушаем, ну, мы все слушаем, да, мы чужую историю изучаем для себя, смотрим, как это откликается. А как вы думаете, почему мужчина ей изменил, ваш брат изменил ей? Знаете, я могу как бы в своей... Ну, ваша парадигма, как вы видели? В своих историях, как бы рассказать, почему мне изменили. А про него не знаете? Нет. Хорошо. Итак, у вас, вы говорите, что вам муж изменил через 3 года, да? 3 года ваши совместные. И у него тоже, да, получилось? И вашего брата тоже так же, да? Да. Интересно. Хорошо. А как вы думаете, какая причина, почему вам муж изменил? Недостаточно внимания. Что еще? И любви не было. Здорово. Отлично. А было время, когда у вас было все хорошо? Да. Как это проявить? Что вы делали такого, что у вас было все хорошо? Я была легкой. Я не задумывалась. Потом родился ребенок.
я ушла вся как бы в ребенка, и как бы он для меня стал как инородное тело. Вот здесь вот, девочки, мальчики, слушай внимательно, очень важный момент, вот, что часто происходит, когда мужчина начинает не выполнять свои обязанности. Вот, когда жена рождает ребенка, когда для нее ребенок становится номер один. То есть муж, другими словами, муж не становится номер один. Когда муж не становится номер один. А проблемы мужа с женой начинаются тогда, когда жена для мужа не становится не номер один. Может быть, номер один мама, там, друзья, собачка, кто-то еще, но не жена. Для чего мы сходимся изначально? Детей рожать. Гармонировать. Да, мы удовольствие получать, верно? Мы чтобы получить удовольствие. Естественно, желание души получать удовольствие. Потому что мы здесь для того, чтобы получить удовольствие. Если кто-то думает заранее инкубатор создавать, то, наверное, это не любовь, да, это расчет какой-то. Верно? И я бы держался сразу подальше от таких потенциальных отношений, где женщина или мужчина говорит: а ты мне роди ребеночка, ну, обычно это женщина, да, роди мне ребенка. Вот, и это считайте сразу, как только она родит ребеночка, ты уже ей не нужен. То есть ты уже так обеспечиваешь персонал, ты обслуживаешь персонал. Ну, а в общем-то для тебя внимание, что там останется, если останется. Ребенок будет номер один. И одна из важнейших причин проблем в отношениях, как правило, после рождения ребенка, когда женщина ставит ребенка номер один, выше мужа или кого-либо другого. Маму, брата, кого угодно. Если муж не номер один, считай проблема. По духовным законам, которым я иду, я думаю, что для всех этих, ну, я пользуюсь физическими знаниями. Ну, это значит, что вы должны ими пользоваться, да? То есть пользуйтесь разумом, пользуйтесь тем путем, который вам подходит, да, прежде всего. Муж и жена друг для друга номер один. Должны быть номер один. На втором месте дети, а потом родители. И все прочие, и друзья, и так далее. Эти приоритеты должны быть выставлены изначально. И эти приоритеты должны... У нас должно быть совпадение, да? У нас должно быть совпадение этих ценностей. Прежде чем мы создаем семью или мы уже в отношениях, мы должны убедиться, что наши ценности, они одинаковы. Подразделяю так на несколько категорий. По каким правилам мы должны, прежде чем вот начать строить отношения, мы должны иметь какие-то правила, верно? Да? Если есть правила, здорово будет. Ну, как на дороге машина, я привожу метафору, чтобы двигаться по дороге беспроблемно, нужны какие-то правила. Да? Выбираю правостороннее, левостороннее движение. Мы изучаем, и если мы по этим правилам идем, проблем нет. Также и в отношениях. Мы должны четко знать свои обязанности, мужские, женские. Коммуникации между мужчиной и женщиной мы должны изучить, okay? И практиковать. То есть самое первое, вообще-то самое первое, я такие схемы рисовал раньше, на сказке, кстати, тоже. Есть такое непонятное, то есть как правильно нужно начинать отношения, чтобы не было проблем изначально. Самое, как вы думаете, как вот, чтобы прежде чем жениться, что нужно сделать? Знать человека. А? Знать человека. А вот еще нет человека у вас? Нет человека? Нет, еще человека нету. Ну, значит, это свои ценности. Что ты хочешь от этих отношений? Да, что ты хочешь? А до того, как отношения? До того, как еще отношения начались, что нужно сделать? Вот такая схема есть, да? Вот это я. Она у меня в квадратике. А это мой потенциальный партнер. Я писал «оно». Почему «оно»? Потому что неопознанный объект. Верно? Да, я не знаю, что за человек ко мне подойдет. Как, что он вообще? Я уже начинаю с ним общаться, но еще не знаю, что у него внутри. Какие у него скелеты, что у него хорошего, что нехорошего. Это самое первое, я себя, пока вот я только рождаюсь, я еще не оформленное существо. У меня нету достаточно навыков, которые позволяют мне начинать строить отношения гармонично. Да? И я такой в квадратике. И оно тоже в квадратике. Начинаю я с себя. Верно? Я должен изучить себя. Наполнить, кто я, что я. То есть, согласно, это номер один. Если у кого есть записывать, записывайте. Очень важно.
понимание того, что я не могу начинать отношения, прежде чем я не буду наполненным. Это я знаю. Частые ошибки, которые мы совершаем, когда мы строим отношения в состоянии голода. Да? Не с кем поговорить, там нет крыши над головой, там не с кем понежиться там, и так далее. Как только будет этот голод удовлетворен, ждите проблем. Да, потому что ценность должна быть фундаментальная. Не на удовлетворение голода, а долгосрочная, которая ведет вас к радости и счастью. Не кратковременно. Поэтому я, изучая себя и наполняя себя, я как женщина, я наполняю себя необходимыми качествами. Да? Вот. Я хочу быть инженером. Что я должен сделать? Изучить определенные требования, да? Чтобы стать инженером, я должен список, мне должен быть качеств, которые соответствуют профессии инженера. Пока я их не освоил, могу сказать, что я инженер? Нет. А почему тогда вот профессия муж, профессия жена, это же профессия? Можно сказать, что это профессия? Можно. Ну, навык, другими словами, да? Знания. Ну, да, знания, да. А давайте, если вот я, давайте мы посмотрим те, которые без знаний, которые вот по природе. А вот что мне что-то изучать там, как, что такое мужчина, что такое женщина, зачем? Я вот родилась уже, природа мне говорит, что надо делать. Надо, первые три чакры работают жестко, четко. Это выживание, это удовольствие, плюс секс, размножение, и крыша над головой, обеспечение. Да? То есть с этими качествами у нас... Хорошо, хорошо, я знаю. Малышка, как тебя зовут? Какой у тебя крестик красивый? Маяна? Маяна? Ух ты, какая имя у тебя красивое. Маяночка, солнышко, можно тебя попросим, чтобы ты вот ты там поиграйся, а потом придешь к нам и расскажешь, что ты там такого красивого играла. Пока вы отвлеклись, взять ваши контакты в Киеве. Да, пожалуйста. У нас просто сейчас детки, мы уезжаем домой. И... Хорошо? Маяна. 093. 777. 37-37. Ярослав Мудр Воронцов. На этом Мудр Воронцов. На этом телефоне я в соцсети в Телеграм. Напишите мне, я сброшу информацию. Да, благодарю. На благо. Чтобы она к нам не мешала. Скажите, чтобы она не подходила на поле, не мешала. Итак. Аналогию смотрим, да? То есть я, чтобы я был хорошим инженером, я должен изучить качество этого инженера. Соответственно, чтобы я стал хорошим мужем или женой, я тоже должен изучить эти качества, да? И где, в принципе, мы эти качества получаем? Где мы их получаем изначально? В семье. В семье. Это самая сильная школа. Здесь очень важный момент, который я хочу, чтобы вы себе осознали и запомнили. Все, что мы получаем в семье, это наши самые первые и жестко прописанные программы на подсознательный уровень. Что такое семья, что такое отношения, как нужно решать любые вопросы. Обеспечение, как нужно поблагодарить, как надо попросить папу там или мужчину, маму попросить, как нужно проявить свою нежность, мягкость и так далее. Все навыки, которые нам нужны в жизни, мы получаем с детства. Основные, с точки зрения отношений, на уровне семьи. Профессиональные навыки мы получаем уже дальше. Но базовые, для того, чтобы мы не вымерли как вид, да, размножение что было? Чтобы была защита, удовольствие, обеспечение. Так же, как и любые животные. Где они получают навыки? Самые базовые. У себя в своей стае, правильно? Они играются в игры, они там дерутся, кусаются, защищаются и так далее. Они все навыки получают там. Так же самое мы. Базовые навыки защита, удовольствие, размножение и обеспечение мы получаем на уровне семьи. Что мы будем с этим дальше делать? Мы это сможем расширить, мы это сможем совершенствовать. Это зависит от осознанности. Если осознанности нет, то мы будем жить по этой программе. Это номер один. Это вот ключик разгадки, где возникают у нас проблемы. Почему? У меня отношения семейные не такие, какие я хочу. И я думаю, что наверняка многие из вас вспомнят, когда вы были маленькие, в возрасте до 7 лет, обычно до 5 лет, когда вы смотрели какие-то ситуации в отношениях папы с мамой,
или в отношении к вам, или к вашим близким, родным, вы говорили, что вот я когда вырасту, я так делать не буду. Было такое? Ну, вот оно и было. Было такое? Извините, конечно. Вот, это, в моем понимании, это говорит как раз наше тонкое я, высшее я. Говорит наша душа. Она вот кричит, а уста глаголят. Потому что, ну, со временем это забывается. Ну, обычно где-то после 7 лет, как в школу мы идем, с солнцем начинаем плотный контакт, мы это забываем. Почему? Потому что уму прививаются новые ценности. Отличные, как правило, отличные от ценностей истинных, которые, ради которых сюда душа пришла. Да? И, соответственно, поэтому мы забываем. И чтобы нам потом это вспомнить, чего нам нужно было, над чем работать в детстве, нам приходит боль. И самая большая боль – это наши самые близкие люди, самые близкие родные люди. Они нам создают боль. Почему? Потому что по карме так положено. А логически рассуждать, потому что когда человек тебе заботится, он тебе и больше внимания проявляет. Он хочет, чтобы ты был самый лучший. Вы же своему ребенку не желаете что-то плохого, правильно? Вы ему говорите: Машенька, тебе надо, солнышко, учиться, и там будь аккуратной. Научись, что муж потом будет тебя ругать, если не будешь аккуратной. Она говорит: мама, это мне так хорошо, что ты мне постоянно там руки мой, там стирай, убирай, что это медицинский кабинет, что ли, поймаешь? И она злится. А вы-то знаете, что это нужно ей. И вы это передаете. И вот если она этот урок не приняла, или вы не смогли ей передать, да? Ну, вы делаете то, что вы можете. Она получает то же, то, что она должна получить по своей карме. Она сразу, мы как души приходим в те семьи, это же наши тренера, да? Наши родители, наше близкое окружение, это самые лучшие наши тренера. И изначально так на духовном мире устроено, что мы получаем этих учителей. Эти учителя, наши тренера, самые лучшие тренера, которые позволяют нам отработать нашу задачу. Они нам через боль нам говорят о том, мы же не помним, да, в том новом воплощении ничего не помним. И вот именно через боль они нам постоянно напоминают, родители, а потом дальше жизнь напоминает, чего мы не доработали. Это вот тема, которую мы на двух уроках проходили вчера и позавчера. Именно как боль, целебная боль, целебные свойства боли. То есть, если есть боль, она как раз и говорит о том, чего ты не доработал. Это не хотят тебя унизить, не хотят тебя сделать тебе что-то очень плохо. Это из-за любви. И оно естественным образом происходит. Мы подбираем партнера. Дальше очень важный момент. Итак, мы уже сказали о чем. То, что мы изначально, как душа, мы приходим в ту семью, к тем тренерам, которые наилучшим образом нам помогут напомнить о том, что мы забыли. И через боль они нас толкают на развитие тех качеств, которые нам нужно развить изначально. Это ради чего мы с тобой пришли. Самый простой пример я привожу. Если мне нужно научиться в этом теле, одна из задач – научиться зарабатывать деньги, я приду в семью, где папа будет мне деньгами баловать. Как вы думаете? Нет. Какой смысл, да? Я приду в семью, где мне денег не будут давать, даже если у них есть. То есть я буду испытывать нищету, недостаток, голод и так далее. Что, для чего? Боль. То есть, да, другими словами, это боль. Для того, чтобы мне захотелось деньги заработать. Найти, то есть я понимаю, надо, кто... И я иду, это делаю тем путем, который мне позволяет моя карма. Три пути. Погуни благости, страсти, невежества. Я могу пойти деньги зарабатывать в страсти, и там игры какие-то, там казино, в невежестве пойду, у кого-то отобрал деньги, или в благости я пошел, научился и выучился и стал бизнесменом. Да? Вот. И вот именно боль, например, боль как раз и напоминает то, чего я должен отработать. Отзывается? У нас есть еще способ, не только боль. Есть второй, вернее, он самый первый и самый лучший, прогрессивный. Это мотивация позитивная. Когда я себя мотивирую, я
изучаю знания, я остаюсь осознанным, понимаю, что мне беднота, я думаю, что мне сделать. Я не жду, пока мне, я увижу, что зима наступила, холодно, нечего одеть-то, или есть уже нечего. Я заранее смотрю, так, мне надо денежку. Я такой думаю, как бы это сделать, люди это делают, учатся, то делать, давай-ка я это сделаю. И я себя мотивирую, что я вижу, вот образы, да, люди успешные, Васька был тоже, вон, Никита Хрущев родился в бедной семье, смотри, президентом стал, я тоже хочу, бум. И я такой, начинаю развивать эти качества. Но это нужно быть осознанным человеком. Это быть очень осознанным человеком, окей? И чтобы стать осознанным, что нужно делать? Начинать что-то делать, прогрессировать, идти в этом направлении, да? Что-то делать, учиться. Но это процесс зависит от того, насколько у тебя хорошая карма. Возможно, ты изначально должен все-таки почувствовать боль. А боль – это самый последний инструмент, который работает наверняка. Да? Вселенная четко говорит это. Гордишься чем-то, сначала тебе так, пошлепник легкий. Потом забирает, чем ты гордился. Гордилась красотой, заберут красоту. Гордился богатством, забирает богатство. Гордился здоровьем, забирает здоровье и так далее. Да? Так происходит. Для чего? Для того, чтобы напомнить тебе, что ты должен развить качество другое, обратное, гордыня. И следуя по этой схеме, понимая, что боль, вот сейчас это самое такое важное, чтобы вы поняли. Потом проследим за схему, как у нас идет дальше в отношениях, да? И почему у нас возникают проблемы, где возникают проблемы. Итак, мы поняли сами, что боль – это… Помним, мы сейчас все слушаем, что потом друг другу будете рассказывать, чтобы вы поняли, окей? Обмениться информацией, рассказать так, чтобы ты как позиция новичка услышала и его поняла. Итак, мы с вами, напоминаю, что мы с вами говорим на тему, как сделать так, чтобы в семье были гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. А что такое гармоничные? Это значит, я, согласно своего тела, я выполняю свои обязанности. Да, если я девочка или я мальчик, я выполняю свои обязанности. И когда я вот изучил этот списочек, я превращаюсь уже из квадратненького, превращаюсь уже вот в колобочек, уже кругленького, гармонично. Я уже квадратики не катаю, а я кружочки катаю. Легко, плавно, гармонично. Да? И вот для того, чтобы я стала гармоничной в семейных отношениях, я и первое изучаю свой, кто я есть. Да? Я попала в это тело Порше, а была в КамАЗе, например, в прошлой жизни. Да? Мы тела обычно меняем, но не все. Может быть, я и была тоже девочкой, и сейчас опять девочкой. Значит, легче мне. Okay? И изучив, кто я есть полноценно, да, наполнился необходимым минимум. Совершенства нету, да, поэтому самый необходимый минимум я должна освоить. Что такое самый необходимый минимум? Я считаю, что самый необходимый минимум, что предела совершенства нету, да. Если я думаю, что вот когда я достигну до какого-то уровня, как ты говоришь, да, там, достигну до уровня, там, вот тогда я там женюсь. Достигнешь уровня, а потом заходишь, ой, еще мало знаю. Чем больше мы знаем, тем больше понимаешь, что мы нифига не знаем, да? Это процесс бесконечный. Поэтому я считаю, мы должны чего-то, а жить-то надо сегодня полноценно. Поэтому начинаешь с какого-то минимума. И минимум качеств, которым я должен освоить, я считаю, первое, мы должны посмотреть, кто мы по предназначению. Предназначение – это номер один, которое говорит, для чего мы с тобой пришли вообще. Верно? Ну, тебя в колхоз отправили. Кто ты? Инженер, зоотехник или ты просто копальщик? Вот ты должен свою функцию выполнять. И все, что связано с этим, этой задачей на практике твоей, ты должен изучать и практиковать. Если ты тракторист, ты должен все делать, чтобы быть хорошим трактористом. Верно? Я не изучаю там музыку, там что-то еще, что вообще занимает мое время и никак не связано с моим тракторным делом. Верно? Поэтому я изучаю все то, что должна делать я как тело, согласно своего предназначения. Я девочка, в нашем примере я Порше, okay? И моя задача ездить по городу и создавать красоту. Музыку играть, и вообще все видели, какая есть красивая машина. Это моя задача. Я должна научиться это делать совершенно.
Okay. Вы сказали совершенство. В совершенстве в соответствии с моим задачей. Если вот моя задача сейчас не все делать, хорошо, а... Какая задача женщины? Задача сейчас. Мы сказали, мое предназначение, да? Предназначение. Предназначение. Мое предназначение. Потому что женщина, жизнь не рознь. У всех предназначение есть, но у каждого есть свое. Есть общее понимание, но есть индивидуальное. Например, задача любой женщины, что развить сердечную чакру, стать хозяйственной, стать сердечной, стать, научиться петь, танцевать, чувство красоты развить и так далее. Но каждый развивает по своему уровню. Да? Кто-то на первом уровне, кто-то на более высоком уровне. Чтобы вам легче было понятно, на что ориентироваться, запишите, есть такое, есть такой уровень в нашей ведической культуре, но можете поискать в других местах, список качеств, который составлен на духовном уровне. Качество совершенного мужчины и совершенного женщины. Это вот как раз та инструкция, да, что такое инженер. Если вы пользуетесь какой-то другим духовным путем, например, вы мусульманин, или вы там буддист, или вы атеист, у вас какие-то, тогда ориентируйтесь на какие-то свои ценности, которые у вас там психологи, наверное, прописаны, да? То есть вы согласно своим ценностям, списочек, что же такое быть инженером, мы сказали, да? В разной стране разные требования, окей? И в зависимости от того, какой я инженер, я начинающий инженер, или я там самый главный инженер, будут разные требования. Так же и у нас. Мы разделено, в ведической культуре разделено 4 основных класса. Мы люди, ведущие, трудящиеся руками, люди, которые бизнесмены, люди-управленцы и люди-мудрецы. В зависимости от моего класса, к какому классу я отношусь, у меня есть общий минимальный набор качеств, которым я должен владеть. Ну, как вы сказали, да? Инженер первого класса, второго и третьего, да? Соответственно, то же самое. Поэтому я смотрю, я такой заглядываю. Ага, в соответствии со своим духовным путем или ценностями, которыми ты следуешь. А что такое быть вот хорошей женой там первого разряда, второго и третьего, да? Бум. И... Да, ну, так. Просто назовем, пронумеруем, да? И... Это должно быть на фоне моего предназначения. На мое предназначение. И вот теперь, исходя из списочка, который составила моя, мой духовный путь, мне говорят, ага, инженером первого разряда должна иметь там 10 качеств. Супер, такая я. Это хорошо. Это моя высшая цель. Чтобы быть это, инженером первого разряда. Это еще надо осознать, какое твое предназначение. Это... Мы сейчас говорим, что нужно делать, да, для того, чтобы было гармоничное отношение. А потом вы же план себе составляете. У вас сейчас будет схема понимания, как я вижу, это вот лучше всего делать. Итак, мы составили с вами, что мы первое. Давайте говорим, записываем быстренько, что мы первое сказали. Для того, чтобы мы говорим о сегодня, а как строить гармоничные семейные отношения. Что самое первое мы должны сделать? Развить себя. Развить себя, да? То есть наполниться. Наполниться качествами, которые, да? Помнить себя, то есть стать самодостаточным, да? Верно? Стать самодостаточным человеком. Согласно, первое, моего тела, да? Моего тела. Вернее, нет, самое первое, это моего предназначения. Согласно моего предназначения. А предназначение уже включает действовать согласно тела, ума и души. Мы должны действовать согласно тела, ума и души. Понятно? Есть три основных предназначения. Действуем согласно тела. Я мальчик, девочка. Разные, да, задачи будут? Мальчик или девочка? Потом ума. Это вот кем я должен? Кто-то должен стать врачом, кто-то должен стать учителем. Кому-то надо отработать смирение, кому-то терпение. Научиться дядю Васю, который стучит мне кувалдой по ночам в стенку, его терпеть, отработка кармы старая, да, или там, не знаю, сосед, который тебе постоянно колеса пробивает и так далее, да, это все задачи кармические. И третье предназначение – это развить духовные качества. Что такое духовное? Это безусловная любовь. Развить себе безусловную любовь, научиться любовь, потому что конечная цель – познать себя духовное предназначение, что я душа, есть божественное начало, и для того, чтобы не соединиться с божественным началом, я должен вибрировать на одной частоте. Это поднять свои вибрации до уровня божественного, излучая любовь, безусловную любовь. Это высшая цель наша. Okay? Это она тоже все имеет градации. Знаешь, что в этой жизни вы все должны. Может, в следующей жизни, может, в 100 жизней. Каждый свой уровень, да?
Итак, мы сказали, что для того, чтобы создать гармоничную семью, я должен сначала... Вот, то есть, смотрите, вот мы же здесь можем сказать, что мы вступаем в отношения вообще-то... Ну, давайте на бизнес перенесем. Вот он я. Я говорю, я инженер. Вот первого класса. И я хочу встретить себе вот тоже инженера там первого класса, минимум. Хотя, если я девочка, то мужчина мой должен быть выше класса. Одного класса, а лучше выше, но ни в коем случае ниже. Если я первого класса, то он не может быть там третьего класса. Так, сейчас, нет, давайте третий это будет выше, да, у нас класс. Давайте третий это будет высший класс, первый по ступенькам, 1, 2, 3, да. То есть, если я первого класса, то мой муж должен быть инженером, как минимум, а не просто каким-то работягой, окей? Но лучше, чтобы он был моего уровня, либо чуть-чуть выше. Но не должно быть наоборот. Женщина не может быть выше класса мужчины. А если это так? Жди задач. Ну, дополнительные задачи. Будут дополнительные задачи. Это не значит, что ты должна разводиться и все уже сразу, нет. Ты просто осознанно понимаешь, окей, если мой муж классом ниже меня, окей, значит, это говорит о том, что мне дополнительная задача, я должна помочь ему подняться, не себя пускать, а его поднять выше. Ну, как говорим, из бомжа сделать князя, но не опускаться самой до уровня бомжа. Окей? Это гармоничные отношения, мы говорим, что они должны совпадать по классам. Это важный, важнейший уровень. Ну, к примеру, простой. Если там вы профессор биомеханики, а муж у вас, и вы научные исследования делаете, а муж у вас простой работяга, в колхозе ковается. Как вы думаете, насколько будет ваше гармоничное отношение? Будет он вам лидером, мужчина? Помним, выполняем, да, свою задачу согласно тела, ума и души. Тело, я мужчина, соответственно, инструкция. Я мужчина или я женщина? Если я мужчина... Или я женщина, у меня разные инструкции, список качеств, которыми я обладаю. Мы сказали, смотрим, заходим на канал Веда Дом в Телеграм и смотрим качество совершенного мужчины. Там есть качество совершенного мужчины, которое вы можете... Хотите с нами? Сюда. Возможно, садись, да, да, конечно, да. Присаживайтесь. Программа, если я вдруг отойду, я просто... Ничего. Можно, да? Конечно. Очень интересно рассказывать. Итак, то есть мы говорим, что да? О чем мы говорили? Качество совершенного мужчины. Качество совершенного мужчины. А к чему мы это говорили, качество совершенного мужчины? Если мужчина ниже уровня... Приведением в соответствие. Абсолютно верно, да. Женщина, что не означает, да, что если кто-то ниже по статусу, что нужно ему опускаться. Это значит, задача, возможно, пришла ему поднять на уровень, да, следующий. Это для женщин, про женщин говорю, что мужчина должен быть выше, да? То есть мужчина должен быть лидером. И мы говорим про обязанности, да? Что такое мужчина, что должен делать, что должна быть женщина делать. И список качеств, когда предложить где посмотреть, зависит от того, какого духовного пути вы идете, или никакого вообще. Я извиняюсь, Веда-дом? Веда-дом, да. Нашла вас. Веда-дом. Покажите, какой тот для Веда-дом. Сейчас. Там такой разнос... Академия семейных отношений. Абсолютно верно. Академия семейных отношений, да. И там в поисковой строке набираете решеточку и 64, циферка 64, вот такая вот. Хэштег 64 в поиске набиваете, вот это вот циферку, и вы там находите качество совершенно мужчины, совершенно женщины. А можно проговорить их? Их очень много. Ну, например, самые базовые. Например, базовые. Что такое совершенный мужчина? Мужчина должен уметь защитить семью. Мы сейчас пройдемся по чакрам, я вам все покажу. Что все привязано к чакрам. И независимо от того, какой духовный путь ты идешь, чакры все четко объясняют. То есть, вот первое, ну, мы сейчас к этому подойдем, да? Именно чакры, эта система настолько классная, вы увидите, насколько понятно, почему в семье нету денег, любви нету, обеспечения и так далее. Вот по этим чакрам мы сейчас пройдемся и все посмотрим. Это очень наглядная система. Сейчас я пока рассказываю такое общее понимание, да, чтобы это было списочек. Итак, то есть есть качество мужчины и качество женщины, как мы сказали, да, инструкция для комбайна одна, для Porsche другая, да. Если я Porsche, то я не вожу то, что делает КамАЗ. Okay? Это я должна освоить. И вот мы сказали, здесь, когда, чтобы я, прежде чем начать создавать отношения, я должна стать вот совершенной для себя, моего уровня. Я овладела качествами женщины, или в нашем примере инженера, да, первого класса. Good. Супер. Теперь для того, чтобы мне создать хорошие отношения, я должна найти такого же мужчину.
да? Мужчину, который классом моего, либо классом выше. Очень важно. Мужчина должен быть классом моего или выше. Ни в коем случае не наоборот. Рассказали, да? Если так случилось, вы уже в отношениях, и у вас по-другому, это ваша дополнительная кармическая задача. То есть нужно еще больше напрячься для того, чтобы мужчину поднять. А если наоборот, что надо, то есть надо влиять, создавать обстановку для... Что наоборот? Можно, да? Что наоборот? Ну, если, допустим, ну, нам же не преподают в школе там мужские и женские обязанности, задачи. То есть если ситуация в том, что... Ну, интересы немножечко отстают друг от друга девушки. То есть мужчина создает условия, он не намекает, вот сейчас, и он создает условия. Мы сейчас об этом проговорим, вот как раз по чакрам все к этому подходим. Да? Не торопитесь, расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, спокойно. Это напором. Мне, мужики, да, мы чем отличаемся? Нам нужно конкретику. Дай мне одно, два, три слова. Здесь я говорю больше прежде чувства. Нужно войти в состояние. Да, очень важно прочувствовать. А потом уже... В конце самом список качеств, это список, с чего нужно сделать, это очень просто. Но чтобы к этому прийти, это принять, нужно прочувствовать. Это то, чего нам не хватает. Мы думаем, что все можно технически решить, да ни хрена. Ну, все технически знают, что ты причина всех причин. Ты знаешь, что ты карма, это кармические задачи. А что тебе мешает принимать вот, уроки жизни из благодарности? Говорю, спасибо, Вася, ты мне там пнул под зад. Да, ты мне напомнил, что, блин, я засиделся, пора двигаться. Что мешает-то? Ума мало, да? Нужно прочувствовать. Вот мы об этом обычно и работаем. Итак, если захотите вопрос задать, просто поднимите, да, чтобы мы не прерывали поточек. Итак, мы говорим об отношениях. Для того, чтобы я начал строить красивые гармоничные отношения, я должен стать сначала самодостаточным. Да? Вот она я, из квадратника превратилась в такого кругленького. И что мне помогает стать такой кругленькой, это владение списком качеств, которые я, согласно тела, ума и души, должна владеть. Да? Есть уровень, мы сказали, высший уровень, конечная цель, и мы это находим в списочке, вот хотя бы, например, здесь, да, 64 качества, либо любого другого духовного пути, которым вы идете, или ваших ценностей. Да? Окей? Но мы сказали, поскольку этот списочек может быть бесконечным, долгий, да, и его можно не одну жизнь отрабатывать, Памаша, там 64 качества, и ты такая, о-хо-хо, ну 20 для тебя подошло, ты думаешь, ой, не одну жизнь-то надо это делать, что как быть-то. Поэтому я предлагаю начинать с самого минимума, да, вот минимум, как вот мне, прежде чем идти в поход нам с Машей, да, мы должны, как вас зовут? Святослав, я извиняюсь, но мне чувствуется, что мне нужно с вами прощаться. Без обид. Смотрите почему. Просто вы... Внимание, вы наоборот, вы блуждаете, вы не здесь. А мы, вы пропустили изначально, мы все работаем. Я ничего не рассказываю. Все ответы у вас находятся. Вы должны отдавать сюда, а вы там. Вы нарушаете пространство. Вот это, прощение, можно я буквально 3 минутки посижу молча, а потом перемещусь в другое пространство? Хорошо. Заранее благодарен за понимание. Только да, все внимание, чтобы сюда было. Да, 3 минуты что... смотрю. Ну, не смотри, просто активно, да, потому что мне очень важно. Я не читаю, мне просто нужен поток. Хорошо? Так, и мы остановились на чем? Да, минимум, самый необходимый минимум. Да? Попробуйте сейчас стать в позицию чистого листа. Вот, чтобы услышать, надо вот, я что-то хочу узнать, что-то, может, какое-то одно слово найду, хорошо, чтобы хорошо. Или сомневаться буду, уже классно. Итак, начнем с самого минимума, необходимого минимума. И мой минимум, про который я считаю, где мы его берем, это возвращаемся в детство. Про детство не просто так с вами говорили. Детство. Помнишь, что наши мама, папа, близкое окружение, это наши учителя, да? Самые начальные учителя. Я их сравню как школа начального образования. Вот, таблицу умножения не прошел в школе, в университете уже без таблицы плохо, да? Не пойдешь ты в математический университет. Поэтому я вспоминаю все то, о чем мне... Это, смотрите, возраст где-то до 14-15 лет, не ошибетесь точно. Что ваше близкое окружение вам говорило, что ты такой, ты сякой? Вот что тебе не нравилось в отношениях родителей? И что тебе говорили, ты такой, ты сякой?
это вот те качества, которые в первую очередь нам нужно приобрести, проработать. Если тебе говорили, ты лентяй, ты должен стать не лентяем. Да? Если было безответственно, нужно развить качество ответственности. Потому что это то, что тебе в первую очередь будет требовать жизнь. Ну, то есть ты, если ты КамАЗ, ты должен уметь возить щебень, а не в кузове там булку хлеба. Если ты это не будешь делать, не освоишь этот навык, в первую очередь придут учителя, которые будут тебе давить на эти места. Скажите, они же могут ошибиться? Кто? Родители? Вот удивительный моменты. Факт, что нет. Нет? Это нужно принять. Смотри, мы можем сейчас доказать умом, что это не может быть ошибкой. Почему? Мы сейчас говорим о первых годах жизни до 15 лет. Ну, вообще-то, если точно быть более точным, до полового созревания. Пока мы на карме родителей. А, смотрите. Это в том случае, если вы верите в реинкарнацию, верите в душу сдачи. Верите в это? Окей, тогда все хорошо. Смотрите. Значит, вы знаете, что кролик притягивает волка. Да? Это лев не притягивает волка, правильно? Энергии другие. Или, к примеру, в нашей жизни то же самое. Алкоголик, который квасит, он не подойдет профессору такому, да? Он же не подойдет профессору или королю, не будет идти там, эй, третьим будешь? Бывает такое, я скажу. Это он, если он ума лишенный, если он без ума, да, может быть. Это другой вопрос. Мы говорим, люди, которые в уме, да? Которые в осознанности. То есть, о чем мы говорим? Что оно притягивает энергию. Даже чувствуешь по себе, вот мы смотрим на людей, хочу познакомиться с девочкой. Вижу, такая подошла, такая вся такая расшуфыренная, разодета. А я простой там сельский парень, да, например. Я вижу, high maintenance girl. Ну, то есть, очень дорого ее будет содержать, да, такая. Ну, вертолет, блин, а у меня самокат только. Что? Энергетика, да? Ты чувствуешь по энергетике, что это твое или не твое. Так или нет? Верно? Вот то же самое, что происходит в жизни у нас. То есть мы притягиваем людей, тех людей, которые нам помогают, они нам помогают увидеть слабые, недоработанные наши качества. Вот так оно происходит. Мы не притягиваем людей, которые, за нас будут делать то, что мы должны делать. Они будут давить на эти точки. Если, простой пример, если у тебя не было дома отношений с мамой, с детства не было у вас отношений с мамой хорошие. Как недолюбил маму, да. Вот это вот у меня дети и мама любят теперь, да? Вот недолюбили, например, да, с мамой были плохие отношения. Как вы думаете, какая женщина придет к такому парню? Такая, с которой он будет тоже проявлять качество недолюбленности. Он будет проявлять, если он с мамой был грубый, да? А если наоборот, если маме не хватало времени? Сейчас я сначала одно говорим, да, что одно разберемся. Okay? Если сын не научился строить отношения с мамой, то все это скажется на его отношения с любыми женщинами, а особенно это будет проявляться в близких отношениях, потому что близкие — это самые чувственные, самые глубокие отношения, да? Или, к примеру, если девочка, дочь не научилась папу уважать, благодарить, просить у него что-то, чтобы он это с радостью делал, принимать его за авторитет, то как я смогу это проявлять с мужчиной другим? Папа мой самый близкий человек, да? Я с ним там 20 лет прожила. А тут ты-то пришел только, я тебя знаю, это там без году недели, да, мы на гормонах подвисли, гормоны разошлись, и скелеты начали выходить, и мы начинаем видеть, над чем работать-то надо. Как это будет? Все взаимосвязано, да, очень логично, ты никуда не денешься. И чтобы вы понимали, когда мы строим отношения, вот чисто по чувствам, да, по чувствам, в моем понимании, так устроена Вселенная, делает нас, чтобы она нас запамрит мозги, розовые очки, мы по гормонам влюбляемся друг в друга, да? Это как приманочка такая. Иди сюда, тут приманка такая, мышку на крючочек, сейчас догрю. Чтобы мы потом, когда гормоны-то проветрятся, да, гормоны выйдут, начнут скелеты выходить, и придется работать. И это у всех так. У всех так работает, если ты это делаешь неосознанно. Но даже если ты делаешь это осознанно, у тебя это будет более управляемый процесс. Если я
не влюбил, не вкатил в отношения на гормонах, да, я трезво вижу. Ну, есть притяжение, оно должно быть обязательно на гормональном уровне изначально, но потом я откладываю в сторону этот процесс. Okay? Я вижу, окей, там, какие у нее отношения с папой были. Соответственно, я уже знаю, чего мне ждать. Дочь, это жена, смотрит, какие у нее были отношения с ее мамой, с бабушкой, с сестрой, и как вообще женщина общается. Она уже понимает, чего ждет ее. Ну, никак по-другому. Если у тебя с мамой, если у него плохие отношения с мамой, с сестрой, ну, как у него будут отношения хорошие со мной, когда гормоны закончатся? Ну, как? Ну, not real, right? Нереально. Поэтому это по разуму. И когда по разуму, я это понимаю. Говорю, окей, я вижу так, у него вот эти две задачи. Но у меня тоже скелетики. Окей, как мы можем друг другу помочь? Смогу ли я, задаю себе вопрос очень важный, смогу ли я сделать своего партнера счастливым? Важный вопрос, когда мы создаем отношения, я не говорю, а сможет ли он меня счастливым сделать. Это от голода. А мы сказали, что от голода я не создаю отношения, верно? Только от наполненности. Когда я в голоде, я делаю неправильный выбор. И вот если я вижу, что я могу сделать этого человека счастливым, тогда я осознанно принимаю это решение. Я с тобой готов идти. И дальше мы развиваем отношения в осознанной семейной паре, когда мы говорим, пока мы еще в гормонах, пока мы еще в любви, да, мы можем управлять, особенно женщины, вы управляете этим процессом. Да? Кстати, по поводу управления процессом, важный такой момент для осознанности, мое понимание, в семье управляет тот человек, кто менее сексуально зависим. Согласны? Наверное, я подумайте глубоко, хорошо, да? Если мужик такой все время хочет, а я такая, сейчас нет, что он будет? Он будет бегать, да, создавать все условия, чтобы ты дала ему, что ему нужно. Это пока мы на гормонах. Поэтому это ценнейший период времени, который нужно использовать разумно. То есть, чтобы не переходить в зону пресыщения отвращения, да, любое удовольствие, голод, насыщение, пресыщение отвращения. Всегда нужно держать слегка в голоде. Мужчину держать, а нам нужно держать женщину тоже всегда чуть-чуть в голоде. То есть всегда должно быть, окей? И это вот по этому поводу. Поэтому кто сексуально более активный, тот зависимый, более зависимый. Да, ну как это, как бегает за ней. Так, ну как вот в природе, да, собачата бегают за сучкой, когда у нее начинается процесс. Да? Поэтому это для вашей осознанности. И если вы женщина, обычно женщина этим процессом управляет больше, подумайте заранее, как я могу вот это его стремление, энергию направить вверх, развивать. Допустим, я, ну, вижу, что мой муж, скажем, там не занимается спортом, это для меня очень важно. И вот я таким образом как-то его так вот туда, давайте позанимаемся сексом. Подтянешься 20 раз, дам тебе. Нет, идем заниматься этим делом в горах, идем, поедем в горы, покатаемся на лыжах и там, и так далее. То есть используйте свою мудрость женскую, да? Это очень важно. Если к нам, двигайтесь к нам поближе, Матвей. А вот это, и тогда вы за пределами нашего круга, тогда за черту. Что, да, процесс. Можно вопрос? Да. Я вернусь к родителям, да, потому что очень интересную тему ты затронул, я благодарю. Вот, допустим, мои родители хотели, чтобы я был сварщиком, да. На каком-то этапе жизни я исполнил, как я говорил, до 15 лет их мечту, но это не моя тема, то есть я сделал это для родителей. Да, часто мы так делаем, девочки. Заниматься своим направлением деятельности, да. Как бы, я не знаю, я не вижу, что мои родители счастливые, но я вижу, что мои родители счастливее, чем я сам. Чем например, стал родители сварщиком, моих, да? Друзей сварщиков, mm-hmm. которые там поразъезжали за границу, которые их не видят и которые бухают, потому что и вопрос, они не занимаются любимым делом, а занимаются монотонной деятельностью. У меня, слава богу, за это время, да, появился. Скажите вопрос, я понял. Вопрос. Вопрос, да. Как бы мои обязательства перед родителями я выполнил, став просто сварщиком на определенном этапе. Это совершенно не наш вопрос. Я быстро на него отвечу. Но даже в тему. У нас тема гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. Да? Смотрите, мое понимание, то, что я вижу. По поводу ублажать родителей. Я считаю, что наша кармическая задача быть
хорошим сыном, это прежде всего заботиться о родителях, уважать родителей, но не потакать капризам, да. То есть, как только я стал самостоятельным, а это после полового созревания, или в нашем социуме, можем сказать, когда ты уже вылетел с гнездышка, ты строишь свою жизнь сам. Ты должен вообще... Происходит, как правило, когда только вылетаешь из гнезда родительского, у тебя начинается новая жизнь, кармическая. Ты, если ты отрезался от родителей, энергетически должен пуповину обрезать. Okay? Если ты привязан, ты продолжаешь жить ихнюю жизнь. То есть, как только ты стал самостоятельным, ты должен жить свою жизнь, ты отвечаешь. Не родители отвечают за твою жизнь. И то, что держится для них, это ты должен делать, прежде всего, для себя. Ты, это не исполнение сыновьего долга, а такая прихотям родителей, которые касаются твоей жизни. У каждого из нас своя кармическая задача. Задача родителей, в моем понимании, это нас здесь адаптировать в этом социуме. То есть я как прилетел на Луну, представляю, да, не знаю, как там жить. А мне там ждут родители. Они говорят, вот тут надо кушать, тут ходить, тут сюда ходи, сюда не ходи, тут будет больно. И вот все, прошло там 14 лет, я адаптировался, теперь знаю, как на Луне жить. Дальше я уже сам. А у меня там задача найти там скважину, новую жизнь людей. А мои родители просто вот меня гайдеры такие. Адаптировали меня к этой жизни. Все. Поэтому моя задача оставляется как сына. Это заботиться о родителях, быть им благодарным, уважать их. То есть человеческие чистые качества, что ты должен делать к родителям. Но своя жизнь должна, ты должен, мама, папа, благодарю. Благодарю, мамочка. Мне там ждут меня, там надо делать, прости. Да я понимаю, ты хотел, чтобы я был скварщиком, но знаешь, меня там самолет ждет, да. Вот, мама, ну понимаешь, ну вот, вот труба зовет, вот так вот надо. То есть научиться это делать уважительно, да, чтобы их, это дипломатия, это ваш навык. То есть как им донести, чтобы их не обидеть, да. Вот, но мы должны выполнять свои, у нас предназначение есть свое, мы изначально сказали, у нас есть предназначение. Наше предназначение, мы действуем согласно предназначению номер один, когда мы здесь, для того, чтобы мы счастливы были в жизни, в том числе и в семейных отношениях, мы живем по предназначению, выполняем предназначение номер один. Это самый наш такой гайдер, такой план жизненный, да, ради чего мы сюда пришли. То есть, что нам говорит, что мы здесь должны делать? Предназначение. Это план моей реализации здесь в жизни. Ну, как можно представить, я говорю, метафора есть очень хорошая, поскольку мы здесь живем определенное количество времени, и за это время заранее нам дано, да, я говорю, есть баллон с кислородом, ты ныряльщик, аквалангист, тебя, говорят, туда, под воду, и ремонтируй там нам винт корабля. Вот тебе дано на это там 2 часа. Это твоя задача на твою миссию. И вот то же самое, наша миссия здесь, в этом теле, определяется продолжительностью, сколько ты здесь будешь, это вот кислород, баллон, да, наша жизнь заранее определена, сколько мы здесь будем, это знаете, да, прана, количество праны. Что такое прана? Это для тех, кто занимается пранаямой, чтобы понимали, чтобы не тратить прану свою, это количество выдоха, количество вдохов, которые мы делаем. Наше количество праны, объем праны, этот баллон кислорода, определяется, сколько мы вдохов делаем. Это написано в ведических знаниях. Окей? Я живу по этому плану. Вдыхаемый воздух, жертву выдыхаемый. Что? Что? Ну, если Бхагавадгиту, да. Это жертва. Жертва, то есть мы уже, вдыхая воздух, мы его употребляем, и это как вдыхаемый воздух, как жертву. И природа для нас жертвует. Не знаю такого. Да? Не знаю. Бхагавадгите, да. Суммарное понимание ведических знаний, именно и там и говорится, что мы, количество времени пребывания в этом теле определяется количеством вдохов. Это прана. И вот представьте, да, у вас есть задача. Поэтому за эту задачу, в это время вы должны выполнить свое предназначение. Okay? И вы отвечаете за это только вы, и никакие родители, никто за это не отвечает. Все? Все, поехали дальше. Итак, предназначение мы сказали, да, номер один инструкция, по которой мы должны двигаться, потому что она говорит нам, ради чего мы сюда пришли. И мы сказали, что для того, чтобы я здесь наполнился, да, вот этот список, я стал там инженером первого класса, я должен выполнить минимальный список. Минимальный, мы смотрим, что нам с детства родители говорили, да, вот этот список, я такой беру минимум. В моем понимании это самый минимум. Вот это минимум такой, да, когда я еще был маленьким. Я был маленьким, папа, мама мне говорили, что у меня было не так. А что у меня было так, это мои инструменты, которые помогают мне осваивать эти качества. Окей? Okay? И
я такая маленькая тут девочка была, да-да-да. Поэтому вспоминаем, медитацию входим, спрашиваем мамы, папы, что-то не нравилось, что вам не нравилось во мне, когда я был малый. Они четко вам вспомнят. Ну, особенно не тогда, когда вы там год не были, они там вам, ну да, все хорошо было. Когда ты уже им понадоел, когда их сердишь, они все сразу вспомнят, да, хочешь вспомнить, понять, что тебе думают, рассерди человека, да, поругайся с ним, он тебе все сразу скажет. Итак, необходимый минимум, мы говорим, что мы начинаем отношения, намасте, со своим минимальным, минимум, да, как мы говорим по метафоре, прежде чем мне подняться в горы, например, да, я, ходить к геологам можно много чего там изучать. Но мне, или давайте в море сходим, море, вот мне надо как минимум там научиться управлять парусом, компас и уметь там кушать, готовить и выживать, если упаду, плавать еще. Все остальное, какие-то совершенства, там скорость, быстро ехать, лавирировать, против ветра плыть и так далее, это уже более совершенно, но минимум мне необходим. Поэтому я такая собираюсь идти в жизненный путь, да, длиной в жизнь плавать на яхте. Я выбираю себе такого же партнера, который тоже минимум, у него есть как минимум, не меньше минимума, да? Если я девочка, мужчина должно быть столько же, а то и больше, да? Вот такой мужчина такой. И вот вы с этим минимум, мы же говорим об инструкции, да? Наполнится меня, помните, да? Мы говорим, я инженер первого класса, строим отношения, мы же туда идем, да? Вот с кем я буду строить отношения? Вот я с таким же должна строить отношения, которые имеют как минимум этот минимум качеств. Сейчас, как минимум этот минимум качеств, да, или даже больше. И вот после того, когда я вот такая стала вот эта наполненная, я ищу такого же наполненного, как по минимуму, да. И чтобы мне вот его такого-то найти, вот, понимаешь, мне надо сначала изучить, что такое мужчина есть, да. Вот оно же было оно непонятное, что такое оно было, да. Я такая, неопознанный объект, ну, комбайн вам такой дали, многофункциональный комбайн, я говорю, да, там кнопочки нажимаешь, у тебя все, что хочешь делать. Тебе же надо его изучить, да, есть инструкция для применения. Поэтому это инструкция для применения мужчины. Кто такой мужчина? Who is the man? Кто мужчина такой? Вот что оно такое есть? Вот, непонятное. Вот он прям такое непонятное, большой вопросительный знак. И на самом деле, да, есть, да, книга, да, там мужчина с Марса, женщина с Венеры. Вот хотя бы популярно, то есть непонятно, что такое. Даже если ты мужчину знаешь, ну, женщина даже, женщину знаешь, но другая семья, другой человек уже все другое, верно? Итак, я изучаю, что такое мужчина есть, то есть как инструкция, как ими пользоваться правильно. Okay? И я понимаю, что для того, чтобы было счастье, я должен найти мужчину, который имеет вот минимум такие качества. Соответственно, если я мужчина, женщина, да, все то же самое. Okay? Итак, изучи, что такое мужчина, с которым я хочу общаться, да? Затем следующее, что я должна изучить коммуникацию, как с ним общаться, что такое он, я поняла, что такое мужчина вообще, а потом как же с ним управлять. Это как раз то, когда в детстве я должна была учить, как папа просить, чтобы он с радостью это сделал. Да? Если папы не было. Это задача. Это ваша задача, это осознанность, да? Если нет, значит, или папы были плохие отношения, это моя задача. Научиться это делать. Как, это уже другой вопрос. Да? Но это задача. То есть я думаю, вы подтвердите, что в отношениях с мужчинами у вас складывались тяжело. Несмотря на вашу красоту и вашу энергию солнечную. Как бы не тяжело, просто их не было нормальных. Не тяжело, их не было нормальных. Нормальных. Они были. Ну, нормальных не было. Скажем, не было такого именно, что ты кого-то любишь. И не было ни одного мужчины, который я могла сказать, что... Вам лет до 25, я думаю, да? Нет, 23? Больше. 31. Офигеть. Да. Здесь какие-то все такие особенные люди. Это, говорит, ему 44, я такой, следующий, 44, 34, потому что... Ну вот и задумайтесь, да? Вы хорошо выглядите, но вот девушка в 34 года, и она говорит, что я до этого времени еще не нашла мужчину, которым бы я могла полюбить. Откуда я могла научиться-то любить мужчину, да? Я могла научиться, у меня могли какие-то быть там бабушка, там дедушка мог быть, да, там еще какие-то отношения. Но раз у меня изначально этого не было, и я сейчас констатирую факт, я не научился любить мужчину. Потому что я могла учиться только где случай тренажер, папа. Правильно? Я этого не научился. Значит, это моя задача. И именно боль должна вам напомнить о том, что то, чего не научилась. И вот мы говорим, это список необходимый минимум, да?
А то я с папой не научился, с мужчиной не научился общаться. Поэтому я не умею их ни любить, я не умею их благодарить, я не умею на них надеяться. Я все должен это сама делать, это понимаешь. Мужиков вообще нормальных нету. И когда я с такой парадигмой, да где откуда не появится? Мужиков нету. Нету мужиков, нету, нету, нету. Да вот он я, да. Нет мужиков, нет, а езжу с ног. Где мужчина настоящий? Примерно так. Другая парадигма, да, потому что у меня есть какой-то мой образ, какой-то не соответствует реальности вообще, потому что я не знаю, что такое вообще нормально. Поэтому вот, Крим, это вот эта боль, которая есть в детстве, это номер один. Это тот необходимый минимум, который нам нужно сделать. Если мы его не осваиваем, то я считаю, что не видать нам радости в семейных отношениях. Отзывается? Конечно. Супер. Но этот минимум — это только начало. Мы не останавливаемся, потому что мы совершенствуем, мы развиваемся, да. Даже если ты, скажем, какого-то первого класса, да, ты хочешь подняться выше. Ты, допустим, первый класс, там, ты фермер. Ты должен подниматься выше класса. Освоил качество фермера, ты можешь подняться выше, выше. Мы всегда должны, потому что душа наша имеет бесконечное желание, она жадная, так, ненасытная просто, она хочет все время радоваться жизни, понимаешь. Поэтому все приходит процесс пресыщения, натращения, насыщения, отвращения, да. Если мы хотим продлить процесс удовольствия, нужно ни голода не пускать, но поднимать этот процесс удовольствия. Качество души, мы сказали, это естественное желание души постоянно искать новые возможности, радоваться жизни. Да? Садчитананда, мы знаем, да? Okay. Итак, что мы уже сказали с вами? Значит, мы сказали о том, что... Давайте быстренько подойдем, так мы уже прилипли. Что мы уже знаем? Для того, чтобы создать гармоничные отношения, что нам нужно? Давайте сейчас переварим. Ну, гармонировать с собой. Вот давайте то, что мы проговорили. Чтобы... Так, самое первое. Самое первое. Для того, чтобы мне построить счастливые семейные отношения, я должна узнать свое предназначение. Да? Согласно тела, ума и души. Да? Номер один. То есть я изучаю. Дальше что? Что дальше? Предназначение. И что дальше делаю? Наполнение. Минимум. Я женщина, да, я свое тело. Согласно женского тела, я изучаю, что женщина должна делать. Ну, наполняю, да. Так. Осознаю это. Понимаю о том, что этого слишком много, может быть, не на одну жизнь, понимаешь? Я беру самый минимум. Меню, да? Где минимум беру? В детстве. Беру с детства, совершенно верно. Семья и там бабушка, дедушка, близкое окружение, учителя, в общем, до 15 лет точно не ошибетесь. И самое, ну, скажем, контроль на сегодняшний день, что у тебя, как дела обстоят с этим меню, да, может, ты уже где-то подсознательно проработала. Где это можно проверить, как у меня обстоят дела с проработкой? Где проверить? А? Где проверить? Да, да, вот как не проверить, да, вот эти, как не проверить это, как, какая, продвинулась, может, я... Отношения, наверное. А? Отношения? Абсолютно верно, то есть мои самые последние отношения, они четко показывают, как я далеко продвинулся от этого набора, освоила я его или не освоила, да? То есть это моя контрольная станция. Здесь очень важное отношение, где должны быть больше периода гормонального отношения. Когда вы в гормонах, да, на гормонах вы залипли, вы ничего там не увидите толкового, ничего мне не скажут, что там, Васька, что у меня плохого-то? Васька, что у меня плохого, скажи? Да все нормально, Маша, что-то нормально, я тебя люблю, все клево. Чуть-чуть не вижу такого, просто ты говоришь-то, да. Поэтому гормон должен закончиться. Okay? У каждого по-своему, там, 3 месяца, полгода, 3 года и так далее. Потом, когда скелеты выходят, тогда вот он четко, вы знаете, что он вам прямым текстом говорит, да, не скрывая прямым текстом, что надо. И тогда вы можете понять, насколько вы продвинулись от этого минимального набора. Верно? Супер. Так, что еще мы сказали? Что мы еще сказали? Понять, что я могу дать отношениям. Uh-huh. Если есть отношения или если будут, то сразу же сформировать то, что я могу дать этим отношениям. Так. Для того, чтобы этот обмен был взаимным и на том, ага, что давать, а не на том, что брать. То есть... от отношений. Супер. Это, то есть... это вот важный момент. Угу. Что я... То есть я не строю отношения в состоянии голода, да? Да, то есть вот
быть вот в состоянии этой некой индифферентности по отношению ко всему, то есть некого безразличия, то есть не попадать в зависимость, и вот из этого состояния независимости понимать, что я могу дать, и вот на этом их простраивать. Отлично. То есть я должен быть самодостаточным. Вот он, кружочек, да, я из квадратика обратился в кружочек, я стал самодостаточным. Когда я стал самодостаточным, тогда я могу что-то дать. И я самодостаточный, я не ищу отношений из-за голода. Верно? Супер. Отлично. Что еще можно добавить? Три основные — это как раз развитие, как вот понять, кто ты, мужчина или женщина, то есть вот этим развиваться, а потом... Согласно, предназначение согласно тела, да, ума и души, ага. Потом как профессию, то есть мы понимаем, кем мы, то есть мы должны сами развиться именно, кто я там, инженер или еще кем-то стать, а потом еще развить духовное, это именно... Это уже высшая степень. Мы начинаем с самого первого. Самое первое вот, это высшее, да? Хотя она должна быть параллельна, в принципе. Параллельно должны выполнять себя как по уму, то есть моя самореализация, отработать там эгоизм, гордыню и так далее, да? И одновременно есть как женщина, да? В женском теле, да? Согласна, может, я в женском теле. Супер. Да, ага. И найти такого же, как и ты, с минимумом. Ну, прежде чем его найти, я должна что? Изучить, да, что такое вообще мужчины, да? Изучить, что такое противоположный пол, я должна. Окей? Дальше. Матыша, вы с нами? Вы с нами? Наверное. Будьте любезны, я попрошу вас, вы немножко не в нашем поле. Простите, пожалуйста. Если выйдете вот за ту линию, да, будет здорово. Благодарю. Они не с вами. Да, да, ну вы не с нами, да. Просто вы нарушаете нашу энергетику, я извиняюсь. Благодарю, благодарю. Простите, пожалуйста. Да. No hard feelings, никакого персонала. Very good, very good. Thanks a lot. Appreciate it. You too, thank you. Итак, что еще мы сказали? Что? То есть для того, чтобы были хорошие отношения с мужчиной, я как женщина, да, должна иметь хорошие отношения с папой, да, супер. Да, и то же самое, анализировать мимо. Отлично. Но не только с папой, мы должны иметь отношения обоими хорошие, да? То есть, скажем, если я девочка, для меня более важны отношения с папой с точки зрения того, чтобы, конечно, как с мужчиной общаться. Но как общаться с мужчиной, учиться, я так раз и учусь от мамы на примере, да? Мама, я вижу, как мама общается с папой. И если мне, опять же, боль, если я вижу, что эта мама вызывает папу де гроши, и мне это не нравится, это вызывает мне боль, я поняла, ага, когда папа придет, надо деньги не вот так просить с кувалдой, со сковородкой, а как-то по-другому, окей? И я от мамы получаю это, развитие желания женских качеств. А папа как бы моя контрольная станция, которая мои навыки маминой энергии. Как я у папы деньги прошу? Так как папа просила со сковородкой, или я трансформила ее по-другому? Папочка, ты знаешь, там, ты такой, вот это хочу красивое платьечко одеть, чтобы тебе было понравилось такое вот. Хочешь у меня красивым платьечком? Я тебе покажу, я тебе потанцую. А? То есть я беру изначально от мамы, это же навык, естественно, плюс моя карма, естественно, это понятно, ну, в нашем сознательном развитии. Трансформирую на отношения с папой. То есть схеме буду тренироваться с папой. Поэтому для меня важны отношения и с мамой, и с папой. То же самое для мужика. И с папой, и с мамой отношения. Для обоих. Что-то еще? Да, Александр. Надо понять, что мужчина должен быть не ниже ни в коем случае, а именно стоять или равен, или выше. Вот мы так должны быть лидерами. И мы сейчас скажем почему, да, что посмотрим по чакрам, ага. Ну это вот, я так, мне кажется, что вот, может, ребята не сказали это, да? Да. Здорово, отлично. Хорошо, так, все здорово с этим. Итак, список качеств мы сказали, да, где смотрим? Ну, это я говорю только ведись-ка, вы каждый находит по своему, выбирайте свой дух. Где смотреть? Пожалуйста. Список да, заходите в YouTube, да, можете в YouTube, заходите в Telegram, вот в Telegram вы зашли, и там собачка, набирайте в поиске Веда, дом, английскими буквами, вот, поиска, собачка, Веда дом. Что было видно? А то перевернуто, кстати, получается. Веда дом. И поисковики ищите 64.
хэштег 64. Там качество совершенного мужчины, совершенной женщины. Окей. Ребят, понятно, да? Предназначение номер один. Я изучаю, что я должна делать в соответствии своего тела. Мужчина, женщина. Это я создаю себе такой вот генеральный план развития. А потом оцениваю, а где я, как далеко я от этого нахожусь. И вижу, оценивая свое состояние. Вот я же хотела быть главным инженером, Маш. А тут на первый взгляд я еле дотяну, Маш. Потому что только вот это минимум еще и не до конца-то развила. А нужно вот целый списочек. Ого-го. Ну ладно. В общем, я поняла, на чем надо работать. Пойду еще немножко поработаю. Пока не тяну на первый взгляд. Пока буду только начинающим мастером. Хорошо. И, соответственно, для того, чтобы мне быть в гармонии в коммуникациях, я тоже ищу мастера, такого же, как я, либо уже выше, но не ниже, который еще нифига не знает. Окей? Супер. И вот мы такие с вами. Сейчас переходим дальше плавненько. Мы такие, еще в итоге. Я из квадратника обратилась в кругленькую, стала самодостаточной, потому что я освоила необходимый минимум качеств, которые я должна иметь согласно своего тела. Да? Я изучила противоположный пол. Я изучил коммуникации между ними, окей? И теперь я готов выходить на рынок. Все, я готова искать мужчину. И мы дальше пропускаем этапы, есть развитие этапы выбора, знакомства, эксклюзивные отношения, помолвка и свадьба. Мы их пробегаем, потому что мы сейчас уже сразу с вами прыгаем уже в семейные отношения, да? Потому что мы сказали, наша тема какая? Гармония отношений в семье, мужская мужественность, женская женственность. И мы с вами переходим, мы уже пробежали этот процесс. Мы завтра, наверное, поговорим еще об этапах развития, это отдельно будет лекция. А вот сегодня мы говорим про именно гармонию отношений. Мужская мужественность и женская женственность, как они помогают нам иметь счастливые отношения. Окей? Итак, что у нас здесь происходит? Значит, смотрим. Здесь это у нас Ж, это у нас М, М и Ж. Так, вы пришли без тетрадок. Ну, ребят, молодцы, молодцы, молодцы. Сейчас будет очень важное, я сейчас хочу вам показать очень важную схему понимания на энергетическом уровне, почему в семье происходят проблемы, когда нет денег, нет любви, нет внимания и так далее. Да? Ручек нет. Мне легче заболевается, когда не пишу. Сейчас помните, ребята, какие у вас были сложности в отношениях, а вот чего не хватало? Не хватало денег, не хватало любви, не хватало внимания. А вспомните это, пожалуйста. Сейчас мы посмотрим, как. Мы уже вошли в семью с вами, и мы сейчас посмотрим, как обязанности мужчины и женщины, на чем они основываются. Мы сказали, что у нас есть, да, 64 качества, основные качества, да, согласно, скажем, ведической культуре или какие-то другого, что вы выбираете. А мы сейчас посмотрим вот ответственность мужчины и женщины на уровне энергетик. От природы, то есть что, не то, что там придумано, когда там духовный путь какой-то придуманный, а именно энергетически, так, база, основа основ. То есть неважно, в каком духовном пути ты будешь, эти ценности не меняются, эти обязанности не меняются, способности, да? Окей. Итак, друзья, я хочу вам сейчас рассказать о том, с точки зрения чакральной системы, почему у нас в семейных отношениях нет, скажем, денег, нет любви, нет секса, нет понимания, нет развития. Окей? Система чакральная, энергетическая,
независимо от какого духовного пути ты идешь, она работает для всех одинаково. Окей? Но когда еще к этому добавляешь ценности того духовного пути, который вы выбрали, да, тогда вы имеете еще более полную картину. Вы имеете картину на энергетическом уровне обязанностей мужчины и женщины, так? И вы имеете еще также социум, это как бы добавка к этому. Она, конечно, не должна идти в противовес энергетике природе человека. То есть, если я женщина, я не должна идти работать КАМАЗом. Если я Порше, не должна быть КАМАЗом. Неважно, какой ты духовный путь ты выбрал. Вот это нужно проверять. Очень важный момент, да? Чтобы не противоречить моей природе. Если я женщина, я не должна идти и воевать с ружьем, стрелять, и выполнять мужские качества. Сабли рубиться. Окей? Ну, это то, что я понимаю. Итак, начинаем следующее. Значит, это у нас мужчина, это женщина. Чакральный степ. Семь чакр. Первая чакра это... Чакрами все знакомы? Нет. Теоретически. Вкратце, да, более детально, чакравидья есть. Чакравидья, зайдите на YouTube, набейте, очень рекомендую, это очень классно. Называется чакравидья. Чакравидья. Забудете, пишите мне в Telegram. Меня в Телеграме, да, запишите контактную информацию, кто не имеет, как меня можно найти в Телеграм, место, где можно меня найти. Я скину вам ресурсы. Это номер телефона 093-777-3737. Плюс 38, код страны 093-777-3737. Поэтому номер телефона меня можно найти в Телеграм, это основное место, где я общаюсь со своими студентами и клиентами. Вещательный канал, который у нас есть основной, это опять же телеграм-канал и чат, и YouTube-канал. Он называется Ведодом. Как можно найти меня в интернете? Набирайте простые три слова. Ярослав Мудр Воронцов. Уникальное имя, комбинация. Один из 8 миллиардов. Не ошибетесь, сразу найдете. Особенно если выберете еще видео, то сразу в каждом видео есть описание контактной информации. Итак, чакравидья. Найти в YouTube Александр Хакимов и Вячеслав Рузов. Вот два автора, которых я знаю, ведические философы, которые очень хорошо эту тему раскрывают. Вячеслав Рузов и Александр Хакимов. Чакравидья. Обалденно они рассказывают, ведические философы, об этой теме, что такое чакры, как они работают, как они связаны и так далее. С каждым возрастом. Быстро скажем следующее, чтобы у нас было крем понятно. Итак, первая чакра. Это чакра защиты и выживания. Базовая чакра. Базовая чакра выживания. Вторая – это удовольствие получения от всех пяти органов чувств. От пяти органов чувств. Вижу, слышу, обоняю, создаю, вкушаю. Вот. Плюс сексуальное удовольствие. И удовольствие... То есть это все любые удовольствия, но уже на более высоком уровне гурмана. Если у нас первая чакра – это выживание, продолжение рода, выживание во всех пониманиях. Это крыша над головой, здоровье хорошее, это размножение и это и что, и питание. Первая чакра за это отвечает. Это энергия, вот именно обеспечение, это вот защита, вот как выживание. Она находится в районе копчика, первая чакра. Вторая чакра находится 2-3 пальца ниже пупка. Это сексуальная чакра оранжевого цвета, как раз я для вас удел. Третья чакра в районе солнечного сплетения. Четвертая в районе сердца. Пятая горловая, это общение. Шестая, третий глаз. Седьмая коронная чакра в виде родничка здесь наверху. Это по системе индийской. Славянской там 11 центров. Ну, мы возьмем это более проще. Okay? Это понимание. Итак, первая чакра выживание. Вторая удовольствие. Третья обеспечение. Это вот денежку заработать и так далее. Да? Четвертая чакра сердечная. Пятая – это коммуникации. Шестая – третий глаз, интуиция. Седьмая – связь с Вселенной, со светом. Высшая связь энергетическая. И здесь у нас есть преобладание. Как мужчины и женщины имеют разные активные, более активные или менее активные. Поэтому отсюда и у нас обязанности изначально по энергетике. То есть я женщина, я женщина. Итак, первая чакра принадлежит – это... М у нас, мужчина. Мужчина, все нечетные чакры, первая, третья, пятая, седьмая, это мужские чакры. Легко, первая, третья, пятая, седьмая, да? Мужские чакры. Все четные, вторая, четвертая, шестая, женские. То есть, что значит женщина? Это не значит, что у мужчины нет второй, четвертой, что или у женщины нет первой, третьей. Это говорит о том, что она более активная. Более сильная природы, так, мы говорим, помним,
предназначение согласно тела, да, номер один. Тело уже определяет, я КамАЗ или я Порше. Очень важно. Соответственно, мы используем дар природы для того, чтобы по условиям природы, а потом еще добавляем социум, да, когда выбираем там духовный путь какой-то, мы еще апгрейдаем, добавляем свои обязанности. Okay? Итак, мужчина первая, третья, пятая, седьмая. Женщина вторая, четвертая, шестая. Это значит, что женщина отвечает за удовольствие. Она создает, если мы говорим, семья, да, у нас? Кто за что отвечает? Итак, женщина отвечает за то, чтобы в семье было приятно, приятные звуки, красиво все выглядело, ароматно пахло и было приятно прикасаться к этому, как минимум, да? Окей? Четвертая чакра, то женская, что такое? Это безусловная любовь, это забота, это сердечность, это милосердие, женская прерогатива, да? Прерогатива. И шестая, это что? Интуиция, это заговоры, обереги, это все видение тонкого мира, это женская прерогатива. То есть ты в этом более сильна, чем я. Моя задача тоже это развить. Ну, мы говорим о среднем мужчине и женщине, обычно, да? Окей? Тоже женщина может быть закрыта. И это как раз наша задача, где когда закрыта. Окей? Дальше. Теперь мужчина. Первая чакра. Это, мы сказали, да, защита. Это прерогатива мужчины. Защита. Давать семье защиту. Окей? Здесь защита больше идет физическая. Окей? Дальше. Третья чакра моя. Мужчина. Обеспечение. Четвертая. Пропускаем. Пятая. Коммуникация. Это у меня спикер такой нарисован. Знаете, такой граммофон такой, да, говорящий. Это разговоры. Мужчина обучает, он здесь лидер. Обучать и обучаться – это наша прерогатива. Поэтому мужчина – обязанность быть лидером, обучать женщину. Да, это наша ответственность. Окей? Если жду это от женщины – проблема. Окей? И седьмая чакра – связь с Творцом. Связь с Творцом. Седьмая чакра – это наша ответственность. Okay? И вот сейчас… Седьмая вот, чакра, седьмая чакра связь со Вселенной. Это связь с Божественным началом. Это связь коронная чакра. Корона, представьте, что связь с Богом. То есть муж в семье – это посредник между вами, семьей вашей и Богом. Ну, когда приходите к президенту, не напрямую же, да, есть секретарь вам, вот то же самое. Муж говорит, дорогая, я тебя проведу, все, что надо, я с Богом скажу. Бог мне сказал, надо делать так. И ты говоришь, да, дорогой, все понятно. Окей, да, вот такая штука. А когда жена говорит мужу, дорогой, ты знаешь, я почувствовал, что нам не нужно ехать в эту поездку, потому что я чувствую, та плохая энергия. Или вот с этим человеком бизнес не надо делать. А? Муж полагается на чувство жены, потому что она здесь командует. Да, это ее прерогатива. Okay? Итак, мы сказали, мы говорим сегодня о гармонии отношений между мужчиной и женщиной в семье. Чтобы мужчина, как мужская мужественность, а что такое мужская мужественность? Это значит как раз проявление мужских всех энергий. Да? Первая, третья, пятая, седьмая. Это мы называем мужественность. Вот это в моем понимании, трактовки, это мужественность. То есть, когда я владею как минимум вот этими четырьмя энергиями в совершенстве, больше, чем моя жена. И достаточно, чтобы моя жена была счастлива, чтобы моя жена, я владею настолько, чтобы моя жена могла проявить свои энергии. А женщина, это как заправщик, да? Женщина имеет такие сильные энергии, эти вторая, четвертая, шестая, чтобы она могла позволить мужчине проявить его энергия. Другими словами, представим метафору. Есть трактор. Большой, огромный такой трактор. И чтобы вот он работал, вам пахал поля и приносил все, что вам нужно, нужно заправить его топливом нужного качества. Если ты забавляешь его бодяжным и объема достаточного, да? Ему нужно там 100 литров на день, чтобы он запахался. И высшего качества. А ты такая, у меня только 10, понимаешь, это и то такой годичной давности, разбавленной водичкой. Я долил воды туда, чтобы было до 100. Ну, всего лишь 10 литров, но только чтобы уже было 100, разбавлю тебе бодяжный. Ну и что будет? Кашлять и чихать он будет, да? И такой будет у него результат. Поэтому здесь вопрос, мы почему с вами говорили, о совместимости по классам. Потому что класс подразумевает, что если я вайша, то есть я торговец, жена должна минимум быть торговкой, чтобы она меня понимала, давала мне поддержку, энергию, чтобы у нас бизнес был успешный. А если она у меня только
сельская девушка из фермерская дочь, она ничего такого не знает, то что она может мне заправить? Заправит она меня? Нет, только заправит, только ну, для уровня фермы. Там 10 литров принесет, там ешь, она даст, понимаешь, 100. Это вот почему возникают проблемы в отношениях. Самое первое, несовместимость классов. Она, уровни разные совершенно. Что такое быть богатым для фермера, что такое быть богатым для короля, управленца, разные уровни. Ну, это не всегда. Что значит не всегда? Ну, нет же конкретной схемы. Есть мужчины, которые ниже женщину за, ну, за рангом, и они живут и нормально себя. Их это устраивает. Я сейчас мы говорим о классе, например. Ну, я король. Окей. И если моя жена. Да, кстати, еще не сказал, что ниже два класса тоже нельзя переходить. Это слишком большая разница, например, мы сказали, да, профессор, муж профессор, например. Мы говорили, когда жена профессор, то низший класс не подходит. И когда слишком большая разница через класс, допустим, жена дочь фермера, а муж мудрец или король. Ну как представляете, жена так, чтобы быть женой короля, кем надо, что надо знать? Надо знать королевские дела, да? Надо навыки иметь, надо знать, как управлять народом, как мужа вдохновлять, а еще энергии же надо, понимаешь, там на 100 литров-то давать королевские. Он же за целое государство отвечает, да? Будьте любезны, пожалуйста, как вас зовут? Раз. Вы, если вы хотите, присядьте, чтобы, да, вот здесь. Да, вы меня отвлекаете. Садитесь, вы, да, садитесь. Дякую. Тогда дякую. Благодарю. То есть класс, уровень говорит, насколько у тебя много мощи. Понимаете? Смотрите, королю, что такое король, да? Это, как мы говорим, КамАЗ или у тебя там какой-то самосвальчик детский. Ему нужно заботиться о царстве и государстве, сколько у него людей. Это же энергия, правильно? Управлять. А у него жена, она его заправить не может. Она не может его вдохновить. А вдохновлять она должна по всем ее центрам, заправщик. Почему и бывали, да, такие случаи, мы знаем из истории, когда у короля были наложницы, женщины-наложницы были. Потому что одной жены ему не хватало, что она недостаточно владела энергией, чтобы зарядить своего мужа, как Парвати, да, жена Шивы. Вот божественная жена, но она имела божественного мужа. То есть, а если женщина не владеет качествами этого королевы, она и мужа не заряжает, соответственно. Соответственно, и муж что? Он либо не работает на полноценную, либо если у него эго сильное и энергия сильная, он добирает со стороны. Это также один из вопросов по поводу, когда мужчина меня изменяет или женщина изменяет. Нет совместимости. Но тут не только это еще, да? Еще закрытая энергия может быть, да? Мы посмотрим дальше. Итак, понятно с этим, да, мы сказали? Одного уровня сказали, должно быть. И двигаемся дальше. Теперь давайте посмотрим схему, как все взаимосвязано. Вот это здесь вот это будет просветление просто. Когда я вот это осознал, просто просветился. Как все настолько оно гармонично, оно очевидно. Почему в доме нету денег, почему в доме нету любви, почему нету успеха, почему нету секса и так далее. Понятно? Итак, смотрим. Сейчас очень важный. Смотрите. Итак, начинаем. Первая чакра мужская. У женщины первая чакра, вот эти чакры, которые у женщин нету, неактивные, они не полноценно наполненные. Вот представьте себе, что вот такой сосудик, вот здесь вот сосудик, скажем, у нее там наполовину полный, а должен быть полностью полный, да? Чтобы у нас эта энергия пошла вот оттуда снизу вверх, у нас должны вот здесь все соединиться. То есть все колбочки, представьте, что колбочки, такие шарики, да, они должны быть наполнены. В обычной жизни мои неактивные центры, как у женщины, наполовину наполнены, скажем, да? А это полное, это наполовину, это полное. И чтобы вся энергия пошла, чтобы я была, чувствовал себя полноценно во всем энергиям, все должно быть наполнено. И вот мне помогает наполнить противоположный пол. Итак, у мужчины полное, здесь полное, понимаешь, энергия полная. Он мне дает сюда защиту, да, что первая чакра? Защита. Он дополняет мой резерв сюда. И что я наполняюсь? Наполнишь сюда, у меня пошла энергия, активирует, кстати, такой газ, подогревает, подогрев идет, да, снизу, раз, подогревает мне вторую чакру, она у меня уже полная, кастрюлька уже полная, и тут огонек такой, раз, подогревает, супер, и я такая, все, там, супчик готовенький, кушай, дорогой, и куда я это даю? Своему любимому мужу, да, бум, а у него тут половинка только была, он тоже наполнился, что получается, то есть, у меня, как мужчина, должна быть моя полная первая энергия, да. Я даю защиту и конкретное твердое ощущение жизни, обеспечение.
И отдаю этой своей женщине. Она получает чувство защищенности. Ну, представьте, как можно, я не знаю, как можно думать там тем же сексом заниматься, когда крыши над головой нету, вокруг волки бегают, холодно, понимаешь? Ну, мужики, ну понимаешь, да? Ну как это? Невозможно, правильно? А я хочу, чтобы секс был, понимаешь? Она бедная, а у нее проблемы страшно, не холодно, голодно. Не, ты какой секс? Не до этого. Это еще не подошло. Вот это надо дать сначала. Понимаете? То есть почему у нас, самая первая причина, почему у нас нет секса, хорошего секса, да? Почему секса вообще нету? Потому что мужчина не дает женщине защищенность. Это номер один. Если мужчина не дает женщине защищенность, не ждите, что она откроет свою вторую чакру. С распростертыми объятиями. Ни хрена там не будет. Окей? Итак, дал мужчина защиту, женщина открыла свою вторую чакру. Наполняет твою вторую чакру, ты такой, о, удовольствие, класс, жизнь получилась. Ну, жена накормила, борщом, любовью занялись, все, ты такой довольный. Что дальше происходит? У тебя это полное, она переполнена, нагревается и активирует твою третью чакру. Активность, мужик такой, о, слушай, а что-то иду делать быстренько так, ради любимой. Почему он хочет делать? Потому что он получил кайф, вкус от ее второй чакры, да? Она ему нежность, вкусные борщики, красивое благоухание, массажики, все там. И он такой, о, как классно, слушай, я хочу еще этого. И такой, раз, да, надо срочно идти заработать денежку. Что моя жена, даю ей больше, понимаешь, да, даю ей защиту больше, да. Но я думаю, так, мне что-то надо жене позаботиться о жене, понимаешь. Вот, желание, естественно, возникает. И мужчина активирует свою третью чакру. То есть он становится успешным в социуме. Третья чакра – это достижение успеха в социуме. Да, на работе, положение, цель в жизни и так далее. Я активный. И вот моя женщина меня наполнила. Я такой, раз, и это топливо, мы называем топливо. Вот здесь, как раз здесь трактор. А это топливо. Жена мне наполняет топливом. Если она имеет большую мощность, качество, все, я делаю все, что нужно. И я спахал поля, у нас есть денежка, обеспечение. И куда я тащу их сюда? Я такой другой, вот сюда, жене, раз, дорогая, вот тебе денежка, пожалуйста. Вкусняшку тебе. Ну, денежку. Муж приносит денежку домой, потому что он знает, что он получит потом удовольствие от жены, да? Вот она. И у нас получается, вот они, базовые три чакры у нас обеспечены. Самые, у нас есть это три базовые центра. Вот это первая, вторая, третья чакра. Это защита, удовольствие и обеспечение. Это базовые три чакры. На этих всех базовых трех чакрах все живут. Самые даже одноклеточные существа. То есть все защищаются, все размножаются, удовольствие получают, и все кушают. Да? Поэтому вот это для того, чтобы мы начали активно жить, когда хоть чуть-чуть радоваться жизни, вот эта база, минимум, должна быть у нас обеспечена. Защита, мужчина должен дать женщине защиту, семью и дать обеспечение. Тогда он получает радость от жизни. А с этой радостью от жизни, когда он дает обеспечение, открывается у женщины, уже следующий уровень пошел, да, более высокий. Это уже сердечно, да, когда женщина напоена, накормлена, да, довольна, защищена, что она делает, переполнена радостью, да? Она хочет своего любимого мужчину поблагодарить. Она любит его, да, проявляет ему нежность, чувственность, заботу. Да, дорогой мой, ты у меня самый лучший. Я тебя так люблю. И мужчина счастлив. Мужчина, вдохновленный этой сердечной любовью своей любимой женщины, активируется, да, наполнится. Женщина уже, голова не болит, что деньги надо заработать, да? Голова не болит у нее. Ну, раз, и активируется сердечная чакра. И ее сердечная чакра куда идет? К своему любимому мужчине. А теперь давайте посмотрим, что, где возникает проблема у нас. Вот мы поняли, как она должна работать. Теперь смотрим, где проблема. Если женщина не защищена, что не будет у нее? Сексуальная чакра не активируется, удовольствие не активируется, да? То есть в доме будет бардак, будет какая-то общага, и ну так как-нибудь, лишь бы потому. Почему? Потому что она тратит энергию, чтобы себя защитить и базовые потребности, и обеспечить. А? То есть если я ей не даю вот этого, а это необходимая жизненная потребность, верно? Это базовая называется жизненная потребность. Защита,
удовольствие и обеспечение. Если этого нету, мы не можем двигаться дальше. Это корневые чакры, это самая-самая база. Поэтому как я, если у меня вот этого нету, как я могу дальше наслаждаться жизнью? Соответственно, когда женщина думает о работе, о деньгах, обеспечении, а это базовое, никуда не денешься, и о защите, вот это она тебе удовольствие ты не получишь, и любви, конечно, сердечной тоже не получишь. Потому что она будет свою энергию тратить на это. Вот мужчина нам ответ. Все проблема. Нет? И когда женщина говорит, когда муж говорит, блин, дома секса нету, вообще жена никак, бумаж не хочет, придется на сторону ходить. Что надо делать мужику? Задать себе вопрос, а почему? Что я сделал, чтобы это было? И чего я не сделал? Верно? Самое первое, а достаточно ли моя женщина защищена? Да? Так все просто. Называется зона ответственности. И ты не тышь, жена, денег иди зарабатывай, слушай, что ты не защищаешь меня, я не понял. Ты проверил дверь, закрыта на ночь, и я уже сплю. Ты газ выключила? А ну иди посмотри, там это, никто воров нету, собака на цепи. Что ты, не понял, ты хозяйка или нет? Зона ответственности. То есть мы сказали, у нас есть зона ответственности по качествам, которые согласно нашему предназначению, да? Вот зона ответственности у нас есть, согласно предназначение тела, ума и души, да, списочек качеств, это первое. Но самое важное, мы сказали, да, что это такое, это вот энергетическая зона, моя ответственность. Поэтому, когда возникают у нас сложности в отношениях, не хватает там денег, любви нету, сердечности нету, нечем поговорить, понимаешь, или вот это вообще у нас непонятка энергетическая, защищенности никакой нет, мы не развиваемся, тем более не с Богом связи, мы смотрим, а чья здесь зона ответственности, кто за что отвечает. Поэтому если мужик говорит, что-то жена это молчит, и это жена, давайте рассмотрим вопросы, когда что не хватает, да, такой трабл-шутинг, чтобы понять, кто за что отвечает. Итак, давайте до конца дойдем. Итак, четвертая чакра, женщина обеспеченная, открывает свою сердечную чакру, наполняет мужчину. Мужчина, сердце наполняется, он чувствует от своей жены заботу, любовь, внимание, что он делает. Пример в школе, когда мужчина влюбляется, а что истинная любовь? Это четвертая чакра, вторая удовольствие и четвертая, это истинная любовь. Что мужчина начинает делать? Как он проявляется по пятой чакре? Подвиги может совершить. Подвиги он на третьей чакре совершает. А на пятой чакре стихи пишет. Поэмы. Кто не влюблялся в школе? Влюбляется в девчонку, что прям стихи такой. Ты хочешь что-то для нее такое сделать, такое проявить себя, да? Когда ты чувствуешь обратную связь, что она тебе как-то там, о, Вася такой молодец, такой похвалила тебя. То есть она проявила свою сердечную чакру ко мне. И внимание, да, она дает мне надежды. Я дальше хочу проявиться героем, стать, проявиться, вон он я, какой я классный, танцую и так далее. И так активируется пятая чакра после этого. Я такой, бум, раз, поднимаю сюда. Пятая чакра, я начинаю тут стихи писать, серенады петь, да, не просто так же серенады под окном для своей невесты поет. Мужик, и что, и он воздействует, наполняет женскую чакру, пятую, да? Помогает женщине раскрыться. За счет чего он помогает раскрыться, да? То есть помогает, он с ней общается, он ее обучает, он с ней коммуницирует. И он помогает ей проявить свои внутренние таланты, внутренние способности, чтобы помочь ей раскрыться. Женщина в природе своей, вот изначально, защиты же нет, да, полноценной. Она сжатое существо. И ответственность мужчины, наша обязанность помочь женщине раскрыться. И именно раскрытие внутреннего мира проявляется через пятую чакру, в том числе, да? Это как я чувствую, я тебе говорю, я творю, я двигаюсь, я танцую, я пишу, я играю и так далее. Да? Это мое проявление внутреннего мира моего. Как, то же самое сексуальное. Можно из самой сексуальной женщины сделать самую фригидную женщину. Да? Мужчина может сделать. Как? Потому что он не дает ей защиты, да, да. Ты что, я не поняла, я не понял, что за движение, ты где их выучила, с кем была, я не понял. Что это такое вообще? Тебе не стыдно? Как ты можешь вообще такое? Да? А можно наоборот, это как раз мужчина, женщина как раскрывается. Когда мужчина говорит, ты у меня цветочек, ты у меня маленький, ты у меня красавец, ты у меня такой.
всю Юлю. И она чувствует, что она защищена, ее никто не осудит, ее любят. Ее принимают, какая она есть. Если какие-то задачи есть, мы их прорабатываем вместе. Я помогаю, я даю защиту, да, у тебя какие-то там не было отношений с папой хорошие, ты не научился мужчину любить, открываться ему, вся закрытая, вся сжатая такая. Я тебе говорю, я тебя не обижу, дорогая. Она видит и чувствует это, и она раскрывается. За счет чего, что я даю ей защиту номер один, да, я забочусь о ней. Женщина, чувствуя это, проявляет свою женскую энергию ко мне. Окей? Итак, пятая энергия открылась. Пятая энергия у женщины, она начала, она, и энергия поднимается. Помните, да, вся энергия идет снизу вверх. Она усиливается, как кундалини, да, все снизу, все больше, больше, больше и больше. Когда где-то есть прорыв, уже связи нету, да, уже нет связи. Есть энергия, но не полноценная. Поэтому задача всей энергии раскрыть. И вот она понимает, активируется женщина. Она уже умеет себя проявлять. У нее открытое сердце, она чувствует защищенная, она спокойная. Она начинает проявлять свою мудрость. Чувствование Вселенной на тонком плане. Открывается ее третий глаз. И она становится ведуньей, ведущая мать, да, мудрость. Это женщина называется ведунья, ведьма, да, которая чувствует окружение, она становится мудрой, она знает людей, она знает природу, она общается с природой, с людьми, с тонким планом. И такая женщина дает защиту мужчине и познание тонкого мира на этом плане, который ему доселе не был столь открыт. Okay? И познав, получив эти знания на тонком плане, мужчина открывается путь соединения с Божественным. То есть через медитацию, через познание себя, окружающего мира, мужчина открывается возможность познать Вселенную, соединить свои вибрации с вибрациями Вселенной, Всесвятого. И для чего нам это нужно? Когда мы становимся на одну вибрацию со Вселенной, помни, наша задача единственная здесь – исполнение своего предназначения. А это значит, согласно телу, моей души, я должен выполнять себя, как изучить себя как тело, выполнить свои задачи кармические, которые я сюда пришел, и развить безусловную любовь. То есть, а что такое безусловная любовь? Это свою вибрацию сонастроить с вибрацией Вселенной, поднять свои вибрации. Для чего мне это надо? Это чтобы с Богом быть на одной волне, на прямой линии, прямой провод, с президентом. Да? Я исполняю я же здесь еще исполняю свое предназначение, у меня вопросы возникают. Я не знаю, что как делать. Сомнения. И это мы делаем как раз то в медитации. Да? В медитации мы общаемся с Творцом, своим высшим Я. И это позволяет мне, а соответственно и моей семье, исполнять свое предназначение более качественно. Потому что я на прямом проводе с высшим сознанием. Оно мне корректирует, оно мне говорит, я слышу, что говорит Творец. Что мне нужно делать, правильно ли я делаю, как мне нужно идти дальше по пути жизненному. Ну как? Классно? Называется? Супер. Вот я когда вот это понял, у тебя больше нет вопросов. Слушай, ты все понимаешь, что чего, почему нету. Вот она логика. Это на уровне природы, энергетики. Это не то, что придумано какими-то правилами. Тоже дополнительное. А вот она самая изначальная. Вот все ответы. Смотрим. Давайте подходим траблшутинг. Проблемы, когда возникают. Что, причина какая, да? Итак, смотрим. Мужчина говорит, ну, блин, нету в доме, как-то неаккуратно, неуютно вообще, как-то заходишь, как общага какая-то, а он уже привык, радость себе помаешь, секса нету, естественно. Чья ответственность? Мужа, да, защиту надо дать, надо дать защиту. Смотрим здесь, я это изучаю. Дальше. Нет обеспечения. Чья задача? Через мужчину это решается. Но женщина. Кто ему дает? Снизу вверх идем. Кто активирует мужскую чакру третью? Заправщик, вот он. Жена не дает топ, не вдохновляет, не верит в него, не благодарит его. Она не чувствует, что ну, Васька был и Васька и остался. Он не Иван Иванович президент. Это притом, если есть защита. Если нет защиты. Молодец, умничка. Да, абсолютно верно. Понятно. Да, мы же говорим снизу, все снизу, да, идет вверх. То есть. Мы сейчас смотрим с вами траблшутинг. То есть первое, мы говорим, муж говорит,
нет успеха, ну понимаешь, нет успеха, жена не топ, не заправляет, бля. Окей, возвращаемся назад. А почему не заправляет? Нет защиты. Нет защиты. А теперь еще самый такой критический вопрос. А почему мужчина может не давать, какая причина, когда мужчина нет защиты? Не дает защиту женщине. Почему не дает? Не заполнен. Почему не дает защиту? Да, не заполнен, сам не наполнен, да. Не соответствует 64 качествам мужчины. То есть изначально, да, я выбрал не того мужика, у которого вообще здесь пустой бак. У него уже пустой бак. Вот и что тут от него ждать, понимаешь? Приходится сам. А поскольку мы говорим о выживании, о необходимых ценностях, базовые, без них мы не можем жить, потребность рептильного мозга это обязательно обеспечить. Хочешь не хочешь, она, мы будем искать возможность. А если мужчина не осознает, что он, почему у него ничего нет, и не та женщина с ним рядом, но он не осознает того, что... Что это, как бы он не дает защиты. Только это... через боль. Мы говорили, да, два пути основные. Через боль, через мотивацию. Он начитался, походил по мастер-классу, пришел к Ярославу Мудрому-Воронцову, услышал вот эту лекцию по аминоэнергии, он просветился, говорит, все, я понял, ой, блин, а я тут 30 лет, 75 лет вот так жил-то, ешкин кот. Хоть на смертном одре-то узнаю. Ладно, в следующей жизни, даст Бог, будет возможность отработать. Но хоть когда-то узнаю. Итак, хорошо, это первое сказать, да, у него просто изначально была пустая эта чак, у него не было этого сразу, она не могла не получить, что у него была пустая. Хорошо, давайте другой вопрос теперь. А когда, ну, я выбираю, вроде, смотрю, ну, нормальный мужик, все хорошо, понимаешь, нормально. И я не то, что на гормонах я не видела, не засекла здесь, что у него пустой баки были, да, я все осознанно, ну, было все нормально. А потом раз и пропало. Что делать? Почему? Вот было, понимаешь, ну, раз не стало, как вы думаете? Давайте, вариантик. Именно защиты? Да, первый же снизу смотрим. Жена говорит, слушай, я тебя не заправляю, нет защиты. А он такой, опа, а такая, а что же, а щиты-то нет? Может, он ниже ее, он должен быть же выше ее. Не, а если у нас это когда неправильно, а если была защита, потом не стало? Значит, она ему что-то не додала. Что-то не дала, да? Не додала. Не додала. Ага. Надо понять, что. Что-то не додала. То есть, давайте вернемся с самого-самого начала. До того, как вот эта схема, где мы искали, да? Она где не мы... наполнена была. Вот где мы искали изначально, помнишь, где мы искали? Когда я и оно, как они притягиваются. Как они притягиваются. И вот у меня такая схема, как они притягиваются, как мы притягивались. Вот тут вот такое поле, мы нарисовали такое большое поле. Вот тут такое поле у нас, да? И вот эта девочка, это у меня такой цветочек красивый, а пчелка, это мужички. И тут таких много, таких разных, таких цветочков очень много, таких разных, да? Таких и пчелок очень много, таких всяких летают, тут их очень, очень как мухи такие назойливые, прям порой так прилетают. Это достаньте, я уже выбрала себе Васю. Вот я уже с Васькой иду, помашу, что вы ко мне приставать, все уже, нету, да? И вот тут такой Вася такой летает такой Вася и ищет себе свой цветочек, да, с которым он хочет с ним дружить. И вот тут много таких это, и вот он нашел такой красивый цветочек, Машу, и вот Маша такая смотрит, ага, Вася говорит, Маша, я хочу с тобой дружить, давай я тебе дам защиту, обеспечение, а на что у тебя есть? А вот у меня вот есть то-то, вот смотри, мой списочек моих способностей. Такой раз, говорит, списочек такой посылайте, такой, вот, смотри. Она такая, сейчас посмотрю. Ой, мне нравится, классно. У тебя есть то, чем не надо, как минимум есть. А он такой, а что у тебя есть? Она говорит, смотри, у меня вот такой списочек, вот и такой списочек требований. То, что даю чуть-чуть, а вот требования вот такое вот большое. Вот, не подходит, нет, что-то слишком много ты хочешь. Ну хорошо, ладно, Вася, ладно, у меня есть минимум, это максимум, который мы будем развивать. Но минимум такой, мне подойдет, тебя такой устроит минимум? Он говорит, хорошо, устроит. То есть мы заключили договор, говорит, все, мы обменяемся. Да, он говорит, да, мне нравится, что есть у тебя. А она говорит, а мне нравится, что есть у тебя, понимаешь, я тебя, Вася, выбираю. Мы такие заключили договор, правильно? Можно сказать, что договор здесь? Я вижу, что есть у тебя, ты говоришь, я тебе готова
служить и вечно быть с тобой, следовать с тобой. Вот я готов тебя защищать, обеспечить и все тогда прочее. Да? Породим детей, будем счастливы и рады. Все, мы заключили договор. И вот, поскольку здесь, в принципе, женщина в конце-то выбирает, да? Женщина тот, кто выбирает. Женщина, кто активирует процесс вот этот союза, так или нет? Если женщина, мы только предлагаем себя, но если женщина не скажет, да, я готова, мужик пролетает. То есть для того, чтобы случились отношения, женщина должна иметь то, что нужно нашей пчелке, да? И она говорит, да, я даю тебе, что тебе надо. И, соответственно, он дает ей. И вот в моем понимании, как только, когда происходит, здесь прошел договор, она говорит, я такая цветущая, буду всегда пахнуть, красивая, заботиться о тебе, давать тебе что тебе покушать. Ну, он говорит, все, я, соответственно, буду за тебя защищать, чтобы тебя никто, другие мухи не полетели на тебя, не съели тебя, не вязались на тебя. Все, мы живем так. И мы счастливы, довольны. И пошло у нас развитие, пошло первая чакра, вторая, обмен пошел процесс. Но мы говорим, что случилось, что вдруг мужик перестал обеспечить, понимаешь, что такое? И мы видим, кто здесь причина-то. В чем? Когда мужик перестал-то давать-то? Когда девочка, когда цветочек наш уже перестал давать, что-то там мужик хотел. Верно? Она первоисточник вот этого союза. Женщина, вы первоисточник этого процесса. Без вас не было этого союза. Без вашего согласия не было. Соответственно, как только меняетесь вы, меняются функции вашей пчелки. Подожди. Да. Я понимаю. Я понимаю. Если нет защиты, понятное дело, что... А мы же сейчас, мы же задали себе вопрос, а почему мужчина потерял защиту? И мы говорим, возвращаемся с самого начала, когда договор, они... Возврат к договору получается. Договору, когда вы еще только до того, как вы поженились. Ну, до момента схода пары, то есть женщина дает согласие, то есть она дает сверху, и если уже дала согласие, то значит уже баланс нарушен. Смотрите, мы... Сейчас, смотрите, тут надо еще внести дополнение. Смотрите, поскольку в семейных отношениях женщина управляет процессом, не мужчина, женщина, так или нет? Вы управляете процессом. Соответственно, то есть вы номер один, с чего начинается союз. Вы тот человечек, та часть, которая в процессе активирует семейные отношения. Если ты даешь мужчине любовь, заботу, ласку, ты хочешь бы с ним быть, все, мужчина с тобой. Если ты говоришь нет, мужика нет рядом, он уйдет. Так или нет? Без вашего согласия мужчина хочет, он хочет всегда. Вот если ты дашь ему согласие, он будет с тобой. То есть мы зависим от вас, когда вот это вот, ты же управляете процессом. Сначала сексом, потом другими ценностями, сердечным, потом переходим на более высокий уровень осознанности и так далее. Поэтому ты управляешь мной. Вот ты делаешь, что мне надо, что даешь, что мне надо, я тебе даю. Как только перестал дать, все, я тебе перестал давать. Все. Поэтому мое понимание, вот тут, как женщина перестала давать то, что изначально мы договорились, и пропала наша ответственность. Вот здесь, где она то была. Поняла. Отзывается? Нет сопротивления? Отлично. Все, теперь мы понимаем четко, почему у нас нет в доме секса, нет денег, нет удовольствия, и вообще семья несчастлива. Отзывается? Все. Давайте. А если женщина выше уровня мужчины, допустим, но не хочет его по какой-то причине отпускать, бросать и сострадает ему, мужчина поднимется? А женщина выше уровня, его, да, они вот, вместе находятся, да? Да, ну, допустим, он ей жизнь случайно спас. И у них возникли сложности какие-то, да? Ну, и вот он, допустим, ей спас жизнь и влюбился в жену, она, допустим, выше. Она ему позволила влюбиться? Она вошла в отношения? Ну, да, она вот решила, он мне жизнь спас, я хочу его отблагодарить. И, допустим, а у него что-то не срастается. Это как? Вот, это тоже от нее же зависит, правильно? Это зависимость, но изначально эта женщина, она любит его или от жалости? Любит, скорее всего, может и чувство долга, вот так. Вот, это мы сейчас говорим о том, как неправильно, как не нужно создавать отношения. Сейчас, отношения на зависимости построено, вот то, что... Это мы, сейчас я скажу важные моменты такие, сейчас мы к этому еще вернемся. Как нельзя строить отношения, понимаешь? Вот как нельзя строить отношения? Итак, номер один, первое, не строй отношения, когда я в голоде. Я должен стать самодостаточным. Пока я здесь квадратик помажу, то квадратики не катаются, кругленькие катаются. Пока не стал полноценным, но я создал отношения, я не терпешь такой, да, даже минимум не приобрел, но уже очень-очень хочу, ну не с кем бы поговорить, вот такой борща хочется, нет, понимаешь, ну вот что-нибудь там. И ты что, попадаете на гормоны, естественно, и вы думаете, что в этих гормонах вы долго будете? Нет.
гормоны закончатся, скелеты вылезут. А это как раз и есть приманочка, чтобы вы как раз, чтобы вам понять, что у вас тут недоработан этот минимум, да? Здесь вам и боль придет. Гормончики уйдут, и вы начнете испытывать боль. И эта боль призвана для того, чтобы начать меняться. Как все разумно сделано, да? Запаморочные мозги, все хорошо, иди сюда. Это клевочка, это приправка там на рыбку, да? Оп, попались, теперь, друзья, детишек нарожали, там кредиты взяли, деваться некуда, надо работать. Для этого все предназначено, чтобы мы работали. И никуда. И если ты осознанный, понимаешь, блин, да, этот человек, это уже отдельная тема, да, этот человек именно бьет на мои больные точки, которые я не доработала с детства. Да, и плюс еще моя жизнь-то дальше идет, да, а за этим детством уже снежный ком идет. Нет, ответственность здесь не доработала. Не научилась с мужчиной общаться здесь, с папой. Соответственно, я не могу с боссом общаться, я не могу общаться вообще с мужиками, я их ненавижу. Вообще потом превращаю сама в мужика, потому что гормончики мои уже, я вот тут даже понимаю, я же не умею мужчине давать вторую энергию, вторую чакру, да? Это у нас же. Я же мужчине не могу дать это вторую чакру, да? Потому что я, понимаешь, это вот, занято тут это выживанием. Защитой выживания, потому что, ну, какой мужик захочет брать, сейчас скажу грубо, да, так, бабу мужика в юбке, да, мужика в юбке, какой мужик захочет, да, мужик с мужиком не уживается. Соответственно, а выживать-то надо в базовые центры, поэтому приходится быть мужиком. Самой пахать, понимаешь, себя обеспечивать, решать все дела, понимаешь, и все, и боль усиливается все больше и больше. А причина была где? А вот она была, в детстве. Вот этот минимальный наборчик-то я не проработала. С папой-то не научился общаться и не проработала, Маш. И вот эта боль через мои вот эти развития мужские, когда я же начинаю по мужскому типу жить, да? У меня начинается, я такая, сама защищаюсь, ваши деньги заработаю, все в социуме, а ну давай, я бери больше, кидай дальше, пока я тебе отдыхаю, все нормально. Я прощаюсь с мужика. И что, тем самым нарушаю принцип первый, самый важный, исполнение предназначения согласно тела номер один. Тело номер один. КамАЗ или Порше. Это it's a basic. It's a basic. Без этого никак. Вот такая штука. 54 качества это написать в чате, вот на этом. В Телеграме. Телеграмке напишите, да. А, да, поиск там, в поиск. Делайте поиск. И хэштег 64. И там вот эти 64. И там выпадет, да, у вас выпадет качество совершенно мужчины, совершенно женщины. Реально, да, 64 качества эти в себе развить? Смотри, там сразу предупреждаю. Там качества, во-первых, они были написаны очень давно. Да, это как бы правочка. Но я бы не смотрел на эту правку, не искал себе легкого пути, а там написано совершенного мужчины. Совершенного мужчины. Это значит высший класс мудреца. Вы выбираете свой класс, какой класс вы, и по своему классу определяете, что нужно для вашего класса. Окей? Okay? А как понять, где я нахожусь? Я, ну, понятно, что я явно не мудрец. Это другая тема уже отдельно. Вкратце скажу, как узнать, какого класса я. Прежде всего, смотришь свою натальную карту. В натальной карте сказано, какое у тебя предназначение. То есть, кем ты должен быть, учителем или ты должен быть творцом и так далее. Это первое. Дальше смотришь, физически смотрим породу. Род сына, как продолжителя рода, идет от отца, по отцовской линии. То есть смотришь, кто был твой папа, кто был дедушка, по профессии, какой деятельностью занимались. Но не тот вопрос не по профессии, мое понимание, а именно какое у него было призвание по душе. Он мог работать каким-то там слесарем, но на самом деле слесарем, не просто слесарем, он был там бригадиром слесарей. Да, проявлялась его природа, что он организовывал там что-то все. Или он изучал, как лучше станок совершенствовать, хотя работал слесарем. Как совершенствовать станок. То есть он уже не простой работяга, а он уже на уровне мудреца, ученого. Понимаете? То есть вот это сронит. Поэтому ты смотришь, какая была истинная деятельность твоего прародителя, дедушки, папы своего. Это. Потом еще, ну, сейчас уже поздно, спросить у родителей, чему я тянулся, что я хотел делать там до 7 лет, до социума, когда социум начал тебя менять, что я хотел, куда я тянулся. Сейчас есть технологии, ну, они всегда были раньше, когда детей до 1 года
ложили предметы разные, вот эти четырех варн, и ребенок на подсознание выбирал. Это была одна из подсказок. Плюс натальная карта, плюс его поведение, его проявление, его энергии, плюс карма родителей, вернее, класс родителей, это все оказывает. И плюс еще другие, это поиск предназначения. Что ты будешь делать вечно, бесконечно, с удовольствием, у тебя будут ресурсы, и у тебя есть желание, ты получаешь удовольствие для себя и для других. Самый основной показатель. Когда мы занимаемся своим предназначением, мы получаем от жизни ресурсы, удовольствие для себя и удовольствие для других. Это самый важный показатель. Когда мы выполняем свое предназначение, потому что это должно быть во благо всем, мне, всем, и у меня должны быть для этого ресурсы. То есть я работаю, занимаюсь деятельностью, которая меня обеспечивает, я получаю это удовольствие, радость, и у меня есть все, что мне нужно. Но это уже другой вопрос, принятие и так далее, да? С этим понятно, ребят? Очень, да. Супер. Дайте сейчас быстренько обратную связь, и потом мы, самое важное, быстренько обменяемся, чтобы у вас все осталось, и вы, слушая своего партнера, что-то для себя еще новое добавили, да? Что, это говорил сейчас я. А теперь у вас у каждого свои, такая тут целая корзина, ваша энциклопедия знаний, и вы сейчас вот это обменяетесь, так? А обратную связь быстренько дайте. Ну, как бы там гармоничный, ну, не знаю, там в отношениях или нет, как бы у меня отношений нет, поэтому, значит, надо как бы начинать себя, развивать свои карты, наполнять найти свое предназначение, свои лучшие качества, наполняться, вот развивать. Немножко, наверное, прикрывать мужские чакры, не развивать больше женские. Да, мне немножко. У нас, напомню, процентовка какая должна быть, нормальная процентовка. У нас есть и мужская, и женская энергия, и не янь, мы знаем, да? Отдельные каналы я здесь не рисовал. На уровне должно быть 70%, 70-80% моей энергии, согласно моего пола, и 20-30% противоположного пола, окей? Все, что другое, это уже дисбаланс. Поэтому развиваем. А как энергия у нас меняется? Меняется деятельность, цепочка. Как меняется наша энергия? Деятельность, эмоции вызывает, эмоции вызывают чувства, чувства меняют гормоны, гормоны меняют тело. Бум. Со сменой тела меняется судьба. А? Вот, к примеру, мы говорим, да, пример того проявления по женскому, по мужскому типу. Стоит препятствие, я иду по пути, стоит препятствие на моем пути. Если я здорово, эй, проходи, молодец, так, мордаха. Я такой, если я мужик по мужскому пути, я сношу это препятствие. Да, агрессия, это агрессия. Женское препятствие как обтекаем, плавно, мягко, даже не знаю, как река, мягенькая. Вот так проявляется энергия, и так все энергии. Okay, поэтому развивается женская энергия. Деятельность, опять же, если мы говорим, я начинаю о себе заботиться по-мужски, проявляю, то есть на грубом плане, это я по-мужски деятельность. Соответственно, я развиваю себе мужские качества. То есть я не действую, нарушая основной принцип действия согласно тела, номер один. Я из Порше превращаюсь в КамАЗа. Ломаются мои рессоры, ломается мой кузов, и я из прекрасного, замечательного Порше превращаюсь в разбитую тачку. Даже не КамАЗ. Хотела быть КамАЗом. Окей. Благодарю. Спасибо. Что я для себя вынес? Важно определить вот набор тех задач, кармических ресурсов, с которыми я иду в отношения. Выбрать тот минимум из того большого объема, который есть, может быть, даже на несколько жизней. И исходя из этого минимума, идя в отношения, производить сверху. И только если женщина даст согласие уже на эту сверху, тогда уже строить их по вот этой системе, когда одна чакра перетекает в другую, одна в другую. То есть вот это то основное, что я вынес сегодня из прослушного. Вот это да, вот это вот золотое правило, ребята. Это когда у нас возникают какие-то трудности, да. Ну, блин, жена говорит: блин, у меня муж какой-то бессердечный, незаботливый, да, какой-то, ну, вообще, как этот, болван неотесный, бессердечный. Кому она говорит это? Себе.
себе. Почему? Потому что зона ответственности, смотрим, четвертая чакра, женщина. И, соответственно, вы понимаете, как будет в отношениях. А у нее, если ты вот это минимум не доработала, раз ты, у тебя такой просто возник, значит, ты сразу понимаешь, что это твоя задача с детства. Твой необходимый минимум не проработан. Потому что у тебя в семье сердце было закрытое, ты его не открыла с детства. И сегодня тебе твой партнер напоминает болью, что ты про это забыла, дорогенька. Помним, боль. Четко, ребята, как отче наш, запомните, пожалуйста. Боль в отношениях — это напоминалка о том, чего я не доработал. Благодарите ваших напоминальщиков, что не так терпеливо вам напоминают через боль, что вы что-то не доработали. Потому что без этого, если ты не выучил таблицу умножения, ты не можешь стать математиком. А это твое предназначение — стать математиком. Поэтому больно, поработал с эмоциями, выветрился экологично. Благодарю, тренер. Я тяжело было, порала. Но надо делать. Надо делать, я благодарю. Окей. Мы эту тему обсуждали, как принимать. Это у нас было вчера и позавчера. Была очень классная тема, как принимать. А, мантра называется «Я есть причина всех моих причин». Мы записывали вчера и позавчера очень классную тему. Как принимать вот боль и относиться к этому как к урокам. Не с позиции «За что мне это наказание?», а с позиции «Для чего это мне?». Как это поможет мне стать еще более счастливым? Очень важное понимание. Но это дополнительно. Сегодня мы понимаем, мы прошли с вами понимание, почему нету денег, почему нет успеха, обеспечения нет, секса и так далее, любви нет, да? Вот поэтому. Поэтому, если я говорю всегда, чего мне не хватает, смотрю, чья ответственность, кто здесь за что отвечает. Мужик говорит, да, блин, нету денег. Муж такой, блин, нету денег в семье. Окей, моя ответственность. Так, потом разбираю, нет денег, а почему нет денег-то в семье? Такой думаю, что денег-то нету? А ну-ка, меня жена заправляет? Да да, вроде любит, благодарит. Да я лентяй, наверное, просто. Просто я просто лентяй, да? Лентяй я все, да? Что-то я что-то не стимулируюсь. Боль возникает. Жена говорит, ну, не, крыша на головой течет. Нечего одеть, обуть. Дети голодные, понимаешь? Стимуляция должна быть. Через боль. Боль напоминает о том, чего я должен поработать. Это моя... И жена будет мне давить на эту часть. На то, что мне денег не хватает, потому что я это, значит, качество не проработал. Если все хорошо, жена мне дает топливо, и я прекрасно реализовываю. Если я не реализовываю, жена дает топливо, значит, у меня это качество не проработает. Соответственно, тут же, что это топливо закончится. Это она будет давать тебе топливо, как кредит. Кредит, да? Я тебе даю какой-то кредит доверия, да? Но ты не научился зарабатывать денежки на этой чакре. Соответственно, кредит закончится, и тогда пиши пропало. Пропадает и удовольствие, и все остальное. И что ты получаешь? Ты получаешь боль. Да? Мужик получает боль. Что следующий шаг какой? Ну, работать над собой. Боль по третьей чакре. Да, началась, да, с того, что нету денег. Нету денег. Соответственно, я понимаю, что это моя задача. И я это должен из боли, как вы говорите, да? Ты пришел в бедную семью, чтобы зарабатывать, научиться зарабатывать денежку. И ты вспоминаешь, ага, а вот тут только, ну-ка, так денег-то нету, да, больно, денег нету, жена об этом говорит, дети кричат голодные. А ну-ка я гляну-ка, все ли у меня было то в порядке, то в детстве-то. А проработал ли я эту боль, была ли эта боль, проработал ли я ее, а не говорила мне там выше вселенная, что ты не заработал, значит. Кооперируйся, если у тебя там все хорошо, у тебя там все нормально, тогда у тебя должно быть здесь все нормально. Если там нормально, то у тебя не будет проблем зарабатывать денежку, потому что ты уже эту задачу решил. Тебе только нужно топливо. А чтобы было топливо, ты даешь защиту. И, допустим, у тебя и защита все хорошо, соответственно, и у тебя здесь проработано. Все, здесь энергия побежала. Годится? Так, на этом я заканчиваю свое вещание. Сейчас быстренько закрепимся, поворачиваем друг другу в пары и прорабатываем. Вы рассказываете друг другу быстренько. Давайте так, в течение там 5 минут хватит вам? Давайте по 5 минут, 10 минут, чтобы все было, да? 5 минут в одну сторону, 5 минут в другую сторону. Вы рассказываете. Представьте, что напротив вас сидит человек, который ни бомбеца не понимает.
Он пришел только, ну-ка расскажите мне, в чем проблема, почему, не семь, как это наладить гармоничные отношения, чтобы в семье было все, и деньги, и любовь, и удовольствие, и вот. И вы ему расскажете то, что вот я вам рассказывал, то, что вы поняли, вы расскажете своими словами, как вы это поняли, потому что вы в этом случае будете рассказывать, делиться своим, не то, что я слово в слово сказал, да, вы это переварили, и вам сейчас нужно это генерировать, тем самым вы расширяете пространство это понимание. Вы обязательно что-то свое скажете, это абсолютно нормально. Годится? Да, да. Поехали. Ну, давай. Все. Для того, чтобы сформировать гармоничные отношения, нужно определить свое предназначение. Исходя из своего предназначения... Стойте, ребята, у вас есть телефончики? Включите запись, пожалуйста. Ребята, включите запись на телефон. У вас есть? Включи. Это будет очень здорово. Это будет очень полезно. Вы... Да? Хорошо. Ну, у кого есть? Не-не, вы себе поставьте. Себе, да, я, себе, ну, я на себя поставлю. Не-не, я, в смысле, говорю, аудио включите себе. Аудио включите. Или видео, что вы хотите. Ну, аудио будет лучше. Для того, чтобы построить гармоничные отношения, нужно определить свое предназначение. Исходя из своего предназначения, выбрать тот минимум качеств, которое есть в тебе, и то, что ты готов отдавать в отношения, идя с, ну, в моем случае, это с неизвестным, это, как сказать, оно, потому что это не определено еще, что это и как это будет. Но быть готовым отдавать и проявленным качеством идти в эти отношения, попадая в ситуацию или в возможность идти в отношения, этот объем своих качеств нужно предъявлять для того, чтобы происходила сверка. Как только эта сверка происходит, то есть если женщина откликается, то тогда уже моя задача как мужчины давать ей уверенность, ну, то есть на первый чакре ее наполнять, и, соответственно, дальше, чтобы эта змейка, перетекание по чакрам происходило гармонично. То есть если где-то сбой, то моя задача возвращаться к себе, искать, где произошел сбой во мне, либо на уровне женщины, либо на уровне меня, и тогда можно корректировать эти отношения. Если я возвращаюсь к какой-то боли в отношениях, в процессе отношений, то значит, это та моя задача, которую я должен пройти в этих отношениях и через принятие, через анализ и свои изменения, тогда отношения в паре могут простроиться гармонично, то есть, если я их так буду строить. Ну, спасибо. Я скажу, конечно, попроще. Что я поняла с этого мастер-класса? Я как бы это все знала. Ну, вот эти вот все, как бы просто подтвердила, что вся проблема идет от человека. Ну, от того, как бы раньше я видела проблему, искала фото, я подтвердила, что я и есть, если есть проблема, я есть проблема. Проблема во мне, я должна ее искать. Понятно, там как бы предназначение свое вспомнить, мое предназначение. Что я женщина, и развивать вот эти вот как бы качества, и если если возникают проблемы, не надо бояться их, надо найти причину, ну как бы эту причину, эту проблему решить. Ой, боже, я сама себя запутала. Я помню, конечно, что мы договаривались, но я
проговорить, Главное, вы знаете, не ошибиться. Не забудьте продолжаем. Не забудьте проговорить о вопросах от родины. Задавать будут вопросы. А что делать, если того того нет? Если нет там сердечного, нет обеспечения них. А поговорить не можем никак. Поговорить, если нет обратной связи. Нет обратной связи. Ну вот не то, что. Ну да, вот обратки. Ну, про поговорить это мужская задача. Нужно опускаться на уровень ниже. Ну да, это мужская глаголить, говорить. Соответственно, мы опускаемся на уровень ниже и ищем, где произошел сбой. И где кто чего не додает. Да, в сердечности. А если нет сердечности? Ну, соответственно, еще ниже. А что у нас ниже? А что у нас ниже сердечности? Очень странно, специфический куш. Сердечности, вот эти базовые, три базовых принципа. Третья чакра. Ниже сердечности идет обеспечение. Ниже обеспечение идет любовь и удовлетворение. И ниже это удовлетворение базовой безопасности. Вот просто я с вами разговариваю, я анализирую свои предыдущие отношения, что не было обратной связи. Я теперь понимаю, ну почему как бы ее не было, потому что не было сердечности. Но была у меня обеспеченность. Была. Вот как в этом? Вот была обеспеченность, но не было сердечности. Как раз да, на реальной ситуации как раз. Да, вот мы разобрались. Вот как бы не было обратной связи. Он мне говорил. Понятное дело, у меня не было сердечности. Но он, если опуститься ниже в чакру, но была обеспеченность. Он меня обеспечивал, но при этом у меня не было сердечной водки. И поэтому он мне ничего не дал. А изначально, когда строились отношения, они строились через сверху, встречных параметров, что вы готовы были отдавать этого отношения, и что он был готов отдавать отношения. То есть изначально, когда строились, вот нарушение, получается, пошло в тех отношениях на самом базовом уровне. То есть когда он как пчела летел, вы как цветок сверху эту не произвели, и дальше уже пошло оно все сбой, либо на каких-то избирательных, но гармоничной спирали не было. Кстати, вы можете тоже со своей стороны. Как у вас? У меня, наверное, нет, потому что того материала, который сейчас подняли и обсудили, и то, что я услышал, и то, что я вас слышу, мне достаточно. Поэтому у меня сейчас нет вопросов. Ну, я очень хорошо понимаю, потому что у меня тоже были многоградные отношения, и мне понятно, где какие сбои. Подождите, у вас нет вопросов самому себе? Ну, вот я вам задавала, потому что мне было это интересно. Как бы, ну, я вам задаю вопрос, но сама на него и отвечаю. Ну, значит, у вас, ну, как бы вы разобрались? Да, для себя я разобрался, что я изначально, идя в отношения до сейчас, не сверял, что есть мое предназначение и с какими качествами я готов идти в эти отношения. Я их не сверял с женщиной. И, соответственно, эту договоренность вот гармонично я не строил. И, соответственно, я уже не заходил вот в эти гармоничные отношения, потому что принцип был нарушен сам по себе. Изначально там была шудра, а я вайша, например, да? Ну и вот если разобраться, например, именно вот эту систему, ну как бы изначально, ну если вы говорите, что изначально. Можно задать себе вопрос, а как теперь, имея сегодняшнее понимание,
А как бы вы поступили, чтобы это было хорошо? Вот ваше видение сейчас, вот как бы вы поступили, понимание того, что есть, как бы вы сейчас построили свои отношения? Ну, у меня сейчас вопрос к себе разобраться через свое предназначение с теми качествами, с которыми я готов идти в отношения. То есть это сейчас для меня вопрос номер один, поэтому ну, вот в эту минуту, в это мгновение я не готов в это идти фантазировать, потому что здесь нужно ну, проанализировать себя. Я согласна. Сначала ну, смысл быть голословным, поэтому я решил пойти сейчас. Ну, то, что я услышал, то, наверное, зачем я приехал сюда, и то, почему вы откликнулись, когда вы себя презентовали. Обычно, это резкость, мужчина обычно тему семейную не прыгает. Мы же крутые, мы все знаем, все нормально. Женщины обычно идут за... Да. Понимаете, а если не, вот как я говорила, оно не одно, вот не тот, как бы, не те мужчины, так же, как и вам, не ваши женщины. Поэтому задача делать осознанный выбор. Осознанный и, как вам сказать, если у меня уже будет свой фундамент, своих навыков, минимум, ну, для себя, то и притянется, я думаю, тот мужчина, который... Смотрите, чем пока я один, это самое лучшее время для проработки моих качеств, да, вот минимум. Чем больше я проработаю один, одному-то проще прорабатывать. То есть научиться управлять самолетом, пока я не рулю им, легче. Когда уже в полете, уже сложно. Когда тебя жена там сковородкой орет, попробуй сейчас смирение, ну, мудрость проявлять, да? Сложно. Поэтому тренируемся, пока ты один. Лучше, как бы лучше изначально уже построить, как бы сравнить свои базы, чтобы быть в гармонии, ну, изначально, чем потом это все исправлять. Я бы рекомендовал вам сейчас, если будет возможность, пропишите это все, вот осознайте себе, на аудио запишите, потом, чтобы осталось, прям материализуйте ваши знания, которые вы сейчас получили, ваше осознание, чтобы она осталась, и начните действовать. План, что я буду для этого делать, как я поступлю, что я, вот прям четко, иначе оно у вас идет никуда. Да. Спасибо вам большое. Сейчас вам закончим, как это конец связи.